все в порядке. Это CS50, и это неделя 2, на которой мы собираемся взглянуть на более низком уровне на то, как все работает. И действительно, одной из целей курса является понимание снизу вверх. Так что через пару недель, даже через несколько лет, когда вы столкнетесь с какой-нибудь новой технологией, вы сможете с надеждой вспомнить некоторые из событий этой недели. И это основные строительные блоки и примитивы, и действительно просто сделать вывод, как работают технологии завтрашнего дня. Но по пути вам будет казаться, возможно, будет немного трудно разглядеть лес за деревьями, так сказать. Таким образом, целью в конце дня по-прежнему будет решение проблем. И поэтому мы подумали, что начнем сегодня с рассмотрения некоторых проблем, о которых мы поговорим или решим на следующей неделе. И для этого у нас есть несколько отважных добровольцев, которые... Которые уже пришли. Если бы мы могли включить какое-нибудь эффектное освещение и познакомиться с сегодняшними волонтерами. Итак, слева от меня у нас есть Алекс. Привет. Меня зовут Алекс. Я учусь на первом курсе колледжа и родом из Чепелхилла, Северная Каролина. Добро пожаловать в Алекс справа от Алекса. Я Сара, я из Торонто, Канада, и я тоже студентка первого курса колледжа. Замечательно. Что же, добро пожаловать и Алексу и Саре. Итак, одна из проблем, которую вы, возможно, решите на этой неделе для набора задач 2, состоит в том, чтобы проанализировать уровень чтения основного текста. Читает ли кто-то на уровне первого класса, второго класса, третьего класса, вплоть до 12 или 13 или выше? О чем вы, возможно, никогда до конца не задумывались, конечно, с точки зрения кода. Например, о том, как вы проанализируете какой-нибудь текст, какую-нибудь книгу и выясните, на каком уровне она читается. И все же, несомненно, наши учителя, когда они росли, знали или интуитивно чувствовали это. Так что давайте рассмотрим несколько примеров текста. Например, Алекс, что вы читали в последнее время? Одна рыба, две рыбы, красная рыба, голубая рыба. Замечательно. Итак, учитывая это, на каком уровне по вашему сейчас читает Алекс? Не стесняйтесь просто выкрикивать этого всеуслышания. Сначала, сначала? Действительно, вы увидите на этой неделе, что если вы запустите свой код над текстом Алекса, то на самом деле окажется, что он читает ниже уровня чтения первого класса. Но почему это может быть? Какова может быть ваша интуиция относительно того, почему мы обвинили Алекса в чтении на таком уровне? Не стесняйтесь кричать. Да так мало слогов, короткие слова, короткие предложения. И поэтому есть некоторая эвристика, возможно мы можем сделать вывод из этого короткого текста, что это вероятно означает, что так лучше для детей младшего возраста. Теперь Сара напротив, что вы читали. Мистер и миссис Дурсли из номера. Private Drive 4 с гордостью сказали, что они совершенно нормальные, большое вам спасибо. Они были последними людьми, от которых вы ожидали бы, что они будут вовлечены во что-то странное или таинственное, потому что они просто не держались за большую ерунду. Все в порядке. Теперь независимо от того, в каком классе вы учились, когда могли прочитать этот текст, на каком уровне, по-видимому читала Сара. Итак, восьмой класс, второй класс. Хорошо. Итак, я слышу понемногу обо всем, так что по крайней мере в соответствии с кодексом на самом деле это будет седьмой класс. И какая там может быть интуиция? Почему это более высокий уровень оценки? Хотя мы можем не согласиться с тем, какой именно это класс. Сложные предложения. Да, такие сложные предложения, более длинные предложения. Так что Сара действительно произнесла гораздо больше слов, потому что там было гораздо больше на странице. Поэтому мы воплотим эти идеи на следующей неделе в задаче 2, если вы решите эту проблему с помощью кода, чтобы вы могли в конечном итоге сделать количественный вывод об этих вещах, но для этого нам придется понимать текст. Так что давайте сначала поблагодарим наших волонтеров, а затем перейдем на этот более низкий уровень. Извините, вы можете оставить их себе. Окей, Дэвид Малан. Хорошо. Итак, помимо этого, давайте рассмотрим еще один текст, который, возможно, вы увидите на этой неделе, а именно что-то вроде этого. То, что у меня здесь на экране, это то, что мы сегодня начнем называть зашифрованным текстом. Это результат шифрования какой-то части информации. А шифрование или в более общем плане искусство и наука криптографии окружают нас повсюду. Это то, что вы используете в интернете на своих телефонах в своих банках. И все, что пытается обезопасить данные, использует шифрование. Но будут разные уровни шифрования, сильное шифрование, слабое шифрование. И то, что вы видите здесь на экране. Не так уж сильно, но позже сегодня мы увидим, как мы могли бы расшифровать это и фактически раскрыть. Что представляет собой открытый текст, соответствующий этому зашифрованному тексту. Но для того, чтобы сделать это, мы должны начать снимать некоторые тренировочные колеса, так сказать. И хотите верьте, хотите нет, даже если бы вы впервые увидели это на прошлой неделе, вероятно, это было бы скорее в сорняках. И, казалось бы, гораздо более сложный, чем C, оказывается, что на этом пути мы предоставляли и будем продолжать предоставлять определенные обучающие колеса. Например, библиотека CS50 является одной из них. И даже некоторые объяснения, которые мы даем по темам на данный момент в эти первые недели, будут несколько упрощены, абстрагированные, если хотите. Но цель в конечном счете состоит в том, чтобы вы поняли каждую из этих деталей, чтобы после CS50 вы действительно могли самостоятельно стоять на ногах, понимать и осмысливать любые будущие технологии. Итак, давайте сначала рассмотрим самую первую программу, с которой мы начали на прошлой неделе, а именно эту. Итак, привет, мир на языке C. В конце концов, на самом деле интересную часть работы выполняла функция printf. Но над ней и под ней было много технических деталей. Фигурные скобки, круглые скобки, такие слова как void и include, а затем, конечно же, угловые скобки и многое другое. Но в конце концов нам нужно было преобразовать этот исходный код на языке C в машинный код. 0.1 в двоичном формате, понятном компьютеру. И для этого, конечно же, мы запустили, мы скомпилировали код. Мы запустили Make, а затем смогли фактически запустить этот код там. Так что позвольте мне перейти сюда, к Versus коду, и действительно быстро воссоздать этот Hello. C в значительной степени переписав то же самое. Так что я мог бы включить сюда Dio. H int main void. А затем здесь у меня было просто. Привет, запятая, Мир с моей обратной косой чертой, концевые кавычки и многое другое. В прошлый раз, чтобы скомпилировать это, я действительно запустил команду MakeHello, а затем Enter. Надеюсь, вы не увидите ошибок, и это хорошо. И если вы сделаете точку косую черту, здравствуйте, вы увидите по сути результаты этой программы. Но оказывается, что Make на самом деле не является компилятором, как я упоминал на прошлой неделе. Это программа, которая явно создает вашу программу, но сама по себе она просто автоматизирует процесс использования реального компилятора. И там есть много разных компиляторов. И тот, который на самом деле используется под капотом это небольшая штука, называемая клен для языка C. И клен довольно популярный компилятор в наши дни. Есть еще один, который существует уже целую вечность, называется GAC. Но это всего лишь конкретные названия типов компиляторов, которые на самом деле создали разные люди, разные компании, разные группы. Но если вы используете компилятор на неделе один самостоятельно вручную, вам нужно немного больше понять о том, что происходит. Потому что это еще более загадочно, чем то, что вы делаете в одиночку. Так что на самом деле, позвольте мне вернуться к окну моего терминала здесь, Позвольте мне немного очистить экран и просто запустить действительно необработанную команду компилятора. Итак, то, что Make автоматизирует для меня, позвольте мне на самом деле сделать это вручную всего на мгновение. Так что, если я хочу скомпилировать файл Hello, C в исполняемую программу, которую я могу запустить, я могу это сделать. Ляск, пробел, Hello. C, затем введите. И теперь нет выходных данных, что в данном случае хорошо, никаких ошибок, но обратите внимание на это. Если я продолжу и наберу ls, окажется, что в моей текущей папке внезапно появился файл странно называемый a.out. Это расшифровывается как вывод на ассемблере. Короче говоря, на самом деле это имя программы по умолчанию, которое создается, когда вы просто запускаете клен самостоятельно. Это довольно плохое название для программы, потому что оно не описывает, что она делает. Так что лучше было бы возможно сделать это здесь вместо A. Out, который да, по-прежнему печатает Hello World, но на самом деле не является программой с четким названием, было бы неплохо назвать это Hello. Так что же я мог сделать? Я мог бы поступить так, как мы узнали на прошлой неделе, ну я мог бы переименовать ей. Out в Hello, используя команду mv в Linux, поэтому я собираюсь переместить ей. Out в Hello. Но это тоже кажется немного утомительным. Теперь у меня есть три шага. Например, написать мой код, скомпилировать мой код, а затем переименовать его еще до того, как я смогу его запустить. Мы можем сделать лучше. И так получается, что некоторые команды, такие как clang, поддерживают то, что мы собираемся начать сегодня называть аргументами командной строки. Аргумент командной строки. В отличие от аргумента функции, это просто дополнительное слово или ключевая фраза, которую вы вводите после команды в командной строке в окне терминала, которая просто изменяет поведение этой команды. Это настраивает его немного более конкретно. Так что то, что вы видите здесь на экране, это лучшая команда для запуска клен. Так что теперь я могу указать вывод этой команды для этого Оу. Так сделайте же то, что я имею в виду. Что же, позвольте мне снова очистить окно моего терминала и более явно вести клен Оу oh, Hello Hello. Все затем Enter. Опять же, похоже, ничего не происходит. Но это хорошо, когда вы не видите ошибок. И теперь программа, которую я только что создал, действительно называется Hello. Так что она достигает действительно того же эффекта, что и Make, но какого. Мне не нужно делать с Make, это набирать и запоминать что-то до тех пор, пока это команда. И это тоже немного ложь во спасение. Оказывается, мы предварительно настроили Versus код в облаке, чтобы вы могли также использовать некоторые другие функции клен, которые вам было бы еще более утомительно писать самостоятельно. И действительно, именно поэтому мы дистиллируем это как в конечном счете просто бегущую марку. Поэтому позвольте мне сделать паузу, чтобы сначала посмотреть, есть ли какие-либо вопросы о том, что я сделал, взяв свою самую первую программу на C. И только сейчас скомпилировав ее сначала с помощью Make, но затем начав сначала, и теперь вручную скомпилировав ее с помощью clen, с помощью чего. Мы вызовем аргументы командной строки. Оу, пробел, здравствуйте, а затем имя файла. Да. Что такое out? Да, так что эй. Out это историческое название. Оно относится к выходу на ассемблере, скоро об этом подробнее. И это просто имя файла по умолчанию, которое вы получаете автоматически, если просто запускаете компилятор для любого файла, так что у вас есть только стандартное имя для него. Но это не очень удачно названная программа. Вместо того, чтобы запускать Microsoft Word, на вашем Mac или ПК, это было бы похоже на двойной щелчок по кнопке «Выход». Поэтому вместо этого с помощью этих аргументов командной строки вы можете настроить вывод клен и называть его «Привет» или как угодно. Другие вопросы о том, что я сделал здесь с самим клен-компилятором. Да. Что такое? Такое и вы узнали бы об этом только из чтения руководства, посещение занятий означает результат. Так у означает изменение вывода клен на файл с именем hello вместо файла по умолчанию, который является out. И это тоже опять же деталь, которую вам придется посмотреть на веб-странице, прочитать руководство, услышать, как кто-то вроде меня расскажет вам об этом. И на самом деле вариантов даже больше, чем эти, но мы просто поцарапаем поверхность здесь. Хорошо. Итак, если мы теперь знаем это, то что еще на самом деле происходит под капотом? Что же, давайте поближе рассмотрим не только эту версию моего кода, но и мою немного более сложную версию на прошлой неделе, которая выглядела примерно так в чем. Я добавил некоторый динамический ввод от пользователя, чтобы я мог сказать не привет, мир всем, а привет, Дэвид или привет тому, кто на самом деле запускает эту программу. Так что на самом деле позвольте мне пойти дальше и изменить свой код здесь в Versus Code, чтобы он соответствовал тому же коду, что и на прошлой неделе. Так что нового кода пока нет. Я просто сейчас скомпилирую его немного по-другому. Поэтому я сделал строку на прошлой неделе, я думаю, ответ равен строке, цитата без кавычек, как вас зовут, прямо как в Scratch. А затем здесь внизу, вместо того, чтобы делать мир, я сначала написал ответ, но это не пошло хорошо. Что я в конечном счете сделал вместо того, чтобы распечатать привет, Дэвид или привет такой-то? Да, Извините, немного громче, S, да, так что S, так называемый код формата, с которым принт просто знает, как обращаться. И мне пришлось добавить еще кое-что. Кто-то еще, кроме процентов S, да. Имя переменной. Имя переменной, которую я хочу вставить в этот заполнитель S. И в данном случае это ответ. Теперь позвольте мне внести одно уточнение только потому, что сейчас у нас вторая неделя, и мы собираемся начать писать больше строк кода. Даже несмотря на то, что Scratch назвал возвращаемое значение фрагмента головоломки Ask, всегда отвечай. И видите, у нас есть полный контроль над тем, как называются наши переменные. И теперь, наверное, хорошо не просто всегда называть мою переменную answer, если я использую get подчеркивание string. Давайте называть это так, как оно есть. Так что теперь это просто вопрос стилей, если хотите. Позвольте мне изменить переменную на имя, просто чтобы мне вам, ТВ или ТИ, было немного понятнее, что именно представляет эта переменная, вместо более общего ответа. Хорошо, раз так, позвольте мне спуститься в окно моего терминала, и на прошлой неделе я снова запустил Make, чтобы скомпилировать точно такую же программу. Однако теперь позвольте мне просто использовать Клен. Так что Клену я по-прежнему буду называть эту версию Hello, Space HelloSpaceHello. Си точно такая же команда, как и раньше. Единственное отличие в том, что я добавил еще пару строк кода, чтобы получить ввод пользователя. Позвольте мне нажать Enter, и теперь, черт возьми, наша первая ошибка. Так что вывод данных из Clan и Make, это не очень хорошо. И здесь мы видим нечто особенно загадочное. Значит, что-то в функции main неопределенная ссылка на строку get подчеркивание string, а затем команда компоновщика завершилась ошибкой с кодом выхода 1. Так что на самом деле там много жаргона, который сегодня будет дразнить. Но я намекаю на то, что моя проблема явно в основном, хотя это и не удивительно. Потому что здесь больше ничего не происходит. Get подчеркивание string это проблема, и проблема в том, что это неопределенная ссылка. И все же заметьте, я был довольно хорош. Я добавил заголовочный файл CS50 и на прошлой неделе сказал, что этого достаточно, чтобы научить компилятор тому, что функции существуют. Но проблема в том, что хотя это фактически учит класс, Men Что get подчеркивания String существует, это не так. Достаточно информации для клен, чтобы найти на жестком диске компьютера 0.1, которые фактически реализует саму GET-подчеркивания String. Другими словами, эта строка include за последнюю неделю является небольшой подсказкой. Это тизер для клан, который вы вот-вот увидите и где-нибудь воспользуетесь этой функцией. Но если вы действительно хотите использовать 0.1, который CS50 написал некоторое время назад, и включите их в свою программу, чтобы ваша программа действительно знала, как получать входные данные от пользователя, что же, тогда мне придется выполнить немного другую команду. Так, позвольте мне сделать это. Позвольте мне очистить окно моего терминала, просто избавьтесь от этого отвлекающего фактора, и позвольте мне предложить вместо этого выполнить эту команду. Почти то же самое, что и раньше, Ляскоу пробел, привет, затем привет. Си, но с одним дополнительным аргументом командной строки в конце, и это al не число 1. Так что LCS без пробела между этими двумя. Теперь буква L приведет к тому, что все те 1, которые на самом деле были в CS50, будут связаны с вашим кодом, вашими несколькими строками кода или моими здесь. Но это второй шаг, который требуется компилятору для того, чтобы знать, как на самом деле выполнять и скорее компилировать ваш код и CS50 и CS50 не единственный, кто это делает. Если вы используете какую-либо стороннюю библиотеку на языке C, которая не поставляется вместе с языком, вы должны сделать L такой-то и такой-то где кто бы. Как бы они ни назвали свою собственную библиотеку. Но вам не обязательно делать это для встроенных вещей, которые мы использовали до сих пор. Хорошо, так что позвольте мне попробовать это. Я вернусь к Versus коду здесь. А теперь позвольте мне продолжить и запустить clan O Hello, затем Hello. C. А теперь вместо того, чтобы просто нажимать Enter, LCS50 без пробела между L и CS50, видите? Теперь ничего плохого не происходит. И теперь я могу это сделать. Здравствуйте. Как вас зовут? Я наберу Дэвид, веду. И теперь мы видим Здравствуйте, Дэвид. Честно говоря, вот тут-то мы действительно углубляемся в сорняки, и теперь это происходит. На самом деле это просто добавляет неприятности процессу компиляции и запуска вашего кода. Реальность такова, что несмотря на то, что это действительно то, что происходит, именно поэтому мы использовали на прошлой неделе и собираемся продолжать использовать на этой неделе make. Потому что это просто автоматизирует весь этот процесс для вас. Но это идеально, чтобы понять, что происходит не так, потому что любое из сообщений об ошибках, которые вы видели для набора проблем 1. Любое из сообщений об ошибках, которые вы увидите в течение следующих нескольких недель, вероятно, исходит не от make. Они исходят от лязга под капотом, потому что make просто автоматизирует процесс. Но с make вы буквально просто пишете make, а затем название программы вам не нужно беспокоиться ни о каких из этих аргументов командной строки. Тогда вопросы по компиляции с помощью Dash LCS50 или чего-нибудь еще. Да, в чем же польза? Извините, в чем выгода? Использование клен вручную. В чем выгода использования клен вручную? На самом деле никакой. На самом деле все, что делает main. Это просто говорит, make экономит нам несколько нажатий клавиш. Однако, если вы предпочитаете и вам просто нравится больше контролировать ситуацию, вы можете полностью запустить клен вручную, если помните различные аргументы командной строки. Да, так почему же вам пришлось объяснять Дэвиду Малану? Именно так. Почему я должен был объяснить-то есть дать подсказку CS50 с помощью заголовочного файла CS50? H. Но мне не нужно было делать этого с помощью стандардио. H. Просто потому что. Стандардио. H поставляется с C, точно так же, как несколько других библиотек поставляются с C, которые мы начнем видеть сегодня. CS50, однако, встроен в C не везде, и поэтому вам придется явно добавить его туда. Да. Вы можете определить, какой аргумент командной строки? Аргумент командной строки – это слово или фраза, которую вы вводите в командной строке, она же ваш терминал, для того, чтобы повлиять на поведение программы. Хорошо, так что это термин, обозначающий все, что вы ему даете. Да, он меняет значение по умолчанию. В нашем мире графического интерфейса пользователя, графического интерфейса пользователя, мы с вами, вероятно, щелкнули бы по некоторым полям. Выбрали бы некоторые пункты меню, чтобы настроить программу таким же образом. В интерфейсе командной строки вы должны просто сказать все сразу, и именно поэтому у нас есть аргументы командной строки. Да, это сделать Дэвид Малан, нет. Make предназначен не только для CS50. В настоящее время он использует используется во всем мире в любом проекте, использующем C, C++ и даже другие языки. На самом деле почти каждая команда, которую вы видите в этом классе, если только в конце не стоит 5.0, используется во всем мире. Только те команды, суффикс которых равен 50, действительно специфичны для конкретного курса. И даже те, с которых мы постепенно снимем тренировочные колеса, чтобы точно знать, что делают эти команды. Хорошо, так что же мы только что сделали? Все, что мы только что сделали, я, конечно, продолжаю называть компиляцией, но давайте просто спустимся в одну кроличью нору. Чтобы вы поняли, что при компиляции кода на самом деле происходит целая куча шагов. И это позволит реализовать множество функций. Например, компании смогут писать код, а затем конвертировать его для запуска как на компьютерах Mac, так и на ПК, телефонах и тому подобном. Таким образом, речь идет не просто о преобразовании исходного кода в машинный код. На самом деле в том, что мы с вами по состоянию на прошлую неделю знаем, как компиляцию участвуют четыре шага. И это не те термины, которые вам придется постоянно иметь в виду, потому что опять же мы собираемся абстрагироваться от многого из этого. Но раз уж мы однажды спустились в кроличью нору, Давайте рассмотрим каждый из этих четырех шагов, которые автоматически выполнялись для вас в течение недели. Первый из которых называется предварительной обработкой. Так что же это значит? Что же, давайте рассмотрим ту же программу, что и раньше. Обратите внимание, что две строки кода начинаются с хэш-метки. Это специальный символ в языке C, и это так называемая директива препроцессора. Вам не нужно запоминать подобные термины, но это просто означает, что она немного отличается от любой другой строки. И все, что здесь содержит хэш-символ, Должно быть предварительно обработано-то есть, проанализировано изначально, прежде чем произойдет что-то еще. Так что давайте рассмотрим эти две строки сверху, что именно происходит. Ну, получается, что с этими двумя строками у вас есть два заголовочных файла, конечно же CS50. HSTDO. H. Где эти файлы, ведь для вас их похоже никогда не было в Versus коде. Если вы наберете ls, если вы откроете проводник файлов в графическом интерфейсе, вы, вероятно, никогда не видели CS50. H или SDO. H. Они просто работают. Но это потому, что где-то на жестком диске есть папка, которую вы используете на своем Mac или ПК, или где-то в облаке, как в нашем случае. А внутри этой папки традиционно называемый UR-include. И пользователь намеренно написал с ошибкой. Это просто немного более лаконично, хотя немного странно, почему мы опускаем эту одну букву. Но UR include это просто папка на сервере, которая содержит CS50, HDO, H и кучу других вещей. На самом деле, если вы ведете versus code в окне терминала, когда используете кодовые пробелы в облаке, и наберете ls space -ur include, вы сможете увидеть все файлы в этой папке. Но мы предустановили все это специально для вас. Так что давайте рассмотрим, что на самом деле находится в этих файлах здесь. Если я выделю эти две строки вверху, которые начинаются с

ну, я как бы намекнул на прошлой неделе, что то, что находится в этом первом файле, является подсказкой относительно того, какие функции CS50 написал для вас. Таким образом, вы можете рассматривать эти строки включения как временные заполнители для того, что станет чем-то вроде глобального поиска и замены. Первое, что собирается сделать Клен, это предварительно обработать этот файл. Он будет искать любую строку, начинающуюся с хэша include. И если он это увидит, то по сути зайдет в этот файл, например, CS50. H, а затем просто скопирует и вставит содержимое этого файла волшебным образом туда для вас. Вы не увидите его визуально на экране. Но это происходит за кулисами. И на самом деле, что происходит с этой первой строкой, так это то, что где-то в CS50. H находится объявление getString, как мы говорили на прошлой неделе, и это, вероятно, выглядит примерно так. И на прошлой неделе мы потратили на это еще не так много времени, но со временем сделаем это еще раз. Обратите внимание, что именно так объявляется функция. То есть она должна существовать. Имя функции, конечно же, getString. Внутри круглых скобок указаны ее аргументы. В данном случае есть один аргумент для getString я утверждаю сегодня, но вы знали это не явно. И это подсказка. Это подсказка, которую человек видит, когда вы используете getString. Что это за подсказка? Ну, это строка текста, например, цитата без кавычек. Как вас зовут? Или что-нибудь еще, о чем я спрашивал на прошлой неделе. Между тем, getString, как мы знаем с прошлой недели, имеет возвращаемое значение. Оно возвращает вам что-то. И это тоже строка. Так что опять же это также называется прототипом функции. Это то, что ближе к концу прошлой недели я просто скопировал и вставил из нижней части моего файла в верхнюю. Просто чтобы это было похоже на этот тизер для Клен относительно того, что будет существовать позже. Таким образом, вы можете думать об этих строках включения как о чем-то вроде объединения всех этих объявлений функций в каком-то отдельном файле, называемом CS50. H, чтобы вам самим не приходилось вводить их каждый раз, когда вы используете библиотеку, или что еще хуже, чтобы вы сами не сэр вам не придется копировать и вставлять эти строки. Это то, что Клен делает для вас на своем первом этапе предварительной обработки. Второе и последнее в этом примере, что происходит, когда Клен предварительно обрабатывает эту вторую строку включения. Ну, единственная функция, которая нас волнует в этой истории, это, конечно, print, которая поставляется вместе с C. По сути, вы можете думать о прототипе или объявлении print просто так. Print это название функции. Она принимает строку, которую вы хотите отформатировать, например, Hello, World или Hello, S. А затем с точкой, точкой, точкой. Это на самом деле имеет технический смысл. Это означает, конечно, что вы можете подключить 0 переменных, 1 переменную, 2 или 10. Таким образом, точка, точка, точка означает некоторое количество переменных. Мы еще не говорили об этом. И мы, в общем-то, не будем этого делать. Print на самом деле возвращает значение число, то есть целое число. Но подробнее об этом возможно в другой раз. Как правило, программист не склонен обращать на это внимание. Но это все, что мы подразумеваем под предварительной обработкой так что в конце этого процесса несмотря на то что в cs50 h.s.d.o h больше строк кода на самом деле происходит только этот ляск при предварительной обработке файл копирует и вставляет содержимое этих файлов в ваш код так что теперь ваш код знает обо всем get string print и обо всем остальном тогда есть вопросы по этому первому шагу предварительной обработки да Хороший вопрос. Когда вы включаете файл, включает ли он только то, что вам нужно, или включает все, думайте о нем как о включающем все. Так что если это большой файл, то в самом верху много кода. И вот почему, если вы вспомните все нули и единицы, которые я показывал немного назад, а также на прошлой неделе, там будет много нулей и единиц, которые появляются на экране в результате простого написания ⁇ Привет, мир ⁇ Многие из этих нулей и единиц, возможно, взяты из кода, который вам на самом деле не обязательно нужен. Но кое-что из этого, возможно, там и есть, но есть способы оптимизировать и это. Хорошо и так, второй шаг компиляции, как ни странно, называется компиляцией. Просто это термин, который большинство людей используют для описания всего процесса, а не только этого одного шага. Но как только программа была предварительно обработана компилятором за кулисами для вас, теперь она выглядит примерно так. И я поставил точку, точку, точку просто для того, чтобы подразумевать, что да, отвечая на ваш вопрос, над ней есть еще кое-что. Под ней есть еще кое-что. Нам это просто сейчас не интересно. Так что теперь у нас есть только код на языке C. Больше никаких директив при процессора. На данный момент все хэш-символы и эти строки кода были предварительно обработаны и преобразованы во что-то другое. И вот теперь вот тут-то все выглядит немного жутко. Вот что происходит, когда Клен или любой другой компилятор буквально компилирует подобный код. Он преобразует его из этого на языке C в этот на ассемблере. Так что это один из самых страшных языков. У меня самого на самом деле не осталось приятных воспоминаний. Это не тот язык, на котором многие люди программируют. Если вы пройдете последующий курс информатики систем, класс более высокого уровня, вы действительно можете выучить этот или какой-то его вариант. Но есть, по крайней мере, несколько человек, которым нужно знать эти вещи, потому что это ближе к тому, что понимают сами компьютеры в наши дни. Процессоры Intel или AMD. Мозги современных компьютеров и телефонов понимают вещи, которые больше похожи на это и меньше на си. Теперь это полностью эзотерично, но позвольте мне просто выделить несколько фраз. Есть кое-что немного знакомое. Вверху желтым цветом есть упоминание о главном. Внизу есть упоминание о GetString. Внизу есть упоминание о Printf. Так что это просто еще один язык программирования, называемый ассемблером, на котором десятилетия назад люди, включая меня в школе, писали код. И, безусловно, некоторые люди все еще пишут этот код, тем более, что вы можете писать очень-очень эффективный код. Но он намного более загадочный. Он намного менее удобен для пользователя. Теперь вы увидите желтым цветом, что это так называемые инструкции которые понимает мозг компьютера или центральный процессор, перемещающие значения, перемещающие их, вычитающие значения, вызывающие функции и двигающиеся, двигающиеся, двигающиеся. Так что на самом деле низкоуровневые операции, которые понимают компьютеры, как правило, являются арифметическими операциями, вычитание сложения и тому подобное. Перемещение объектов в памяти из нее. Просто для таких людей, как мы, писать подобный код намного утомительнее. Вот почему мы с вами склонны писать подобные вещи. И все же в идеале такие люди, как вы и я, склонны перетаскивать кусочки головы, ломки которые как бы абстрагируют все это еще дальше но пока это опять же называется языком ассемблера это то что происходит когда компилятор буквально компилирует ваш код но конечно это все равно не нули и единицы так что нам осталось сделать два шага поэтому когда компилятор переходит к третьему шагу именно здесь все преобразуется в машинный код и когда компилятор собирает ваш код для вас он преобразует то, что мы только что видели на экране здесь, в реальные нули и единицы. Так называемый машинный код, который понимает ваш телефон или ваш компьютер. Но стоит отметить, что это не обязательно все нули и единицы вашей программы. Да, это нули и единицы, которые соответствуют вашей программе Hello или Print, GetString и тому подобному. Но обратите внимание, что здесь нам нужен один заключительный шаг в этих нулях и единицах указаны только ваши строки кода. А как насчет строк кода CS50, которые мы написали для реализации getString? А как насчет строк кода, которые люди написали десятилетия назад для реализации print? Они находятся где-то на этом жестком диске, например, на моем Mac, моем ПК или где-то в облаке, но нам нужно объединить все эти нули и единицы вместе. И связать мой код с кодом CS50, со стандартным кодом ввода-вывода все вместе. И вот что происходит на последнем шаге, в конечном счете так это то, что если у нас есть мой код здесь, выделенный желтым цветом, а затем код написанный CS50, и код написанный авторами самого C, то на самом деле происходит то, что где-то у нас есть не только. Здравствуйте. C, который очевидно написал я, и написал вместе с нами здесь в прямом эфире, также давайте предположим, где-то на компьютере есть файл CS50. C, который по совпадению и сотрудники CS50 написали много лет назад. А также где-то на компьютере компьютере есть еще один файл. Позвольте мне упростить его, назвав просто STO. C. На практике он, вероятно, специально называется print. C. Но они где-то есть, эти два других файла. И поэтому этот последний шаг, называемый связыванием, берет мои нули и единицы из кода, который я только что написал, а именно этот код здесь на экране. Затем он захватывает нули и единицы, написанные CS50. И он захватывает нули и единицы, написанные авторами языка C, чтобы реализовать стандартную библиотеку ввода-вывода. И, наконец, вуаля, связывает их все вместе. И это тот же самый сгусток нулей и единиц, который мы видели ранее. Это просто результат предварительной обработки вашего кода, компиляции вашего кода, сборки вашего кода, связывания вашего кода. И, боже мой, на этом этапе как если бы в программировании для вас еще было какое-то удовольствие, мы просто убрали все это, мы просто называем весь этот процесс компиляцией. Почему? Потому что теперь, когда мы знаем, что эти шаги существуют, и умные люди решают эту проблему за нас, мы с вами можем как бы оперировать на этом уровне абстракции и просто предположить, что компиляция преобразует исходный код в машинный код. Однако есть вопросы по какому-либо из этих промежуточных шагов. Да. Для связывания это разные части. Хороший вопрос. Так где же хранятся все эти нули и единицы? Ведь мы с вами пользовались браузером, верно? Code CS50. I.O., конечно же, это веб-пользовательский интерфейс. Но опять же вспомните, что было на прошлой неделе, даже если вы используете веб-браузер для доступа к Versus Code. Эта веб-версия Versus Code подключена к реальному серверу где-то в облаке. И на этом сервере у вас есть своя учетная запись и свои собственные файлы, и действительно, свой собственный жесткий диск практически в облаке. Думайте об этом немного как о Dropbox, Box, Google диске, OneDrive или что-то в этом роде. Значит, у вас где-то есть жесткий диск, который мы для вас подготовили. И именно на этом жестком диске у вас есть ваш код который вы только что написали, или я только что написал, в CS50. Систио. Си и весь другой код, который реализует математические функции и все остальное, что поддерживает Си. Хороший вопрос. Да. Итак, скажем, в библиотеке CS50 строка делаем ли мы то же самое, копируем ли мы их полностью? Хороший вопрос. Этот хэш включает строку CS50. H в верхней части моего кода. Если я просто заменю ее содержимым CS50, C это сработает? Короткий ответ. Да, это сработает. Вы могли бы скопировать весь код туда. Однако есть некоторый порядок операций, который может вступить в игру. И поэтому это, вероятно, не так просто, как копировать вставлять. Но концептуально, да, именно это и происходит. Теперь с учетом сказанного в CS50. H есть только прототипы функций, подсказки относительно того, как выглядят функции, каков их тип возвращаемый значения каковы их имя и каковы их аргументы. Именно в файле .c, как правило, записывается реальный код. И это немного сбивает с толку, потому что мы с вами писали код только в файлах .c. Но в ближайшие несколько недель вы фактически начнете писать и некоторые из ваших собственных файлов .h, точно так же, как CS50, точно так же, как стандартный ввод-вывод. Но по сути, эта строка кода просто упрощает использование и повторное использование уже написанного кода. И в этом весь смысл библиотеки. Вы их связываете? Скажите это немного громче. Происходит ли связывание, когда вы используете компилятор? Да. Происходит ли связывание, когда вы компилируете свой код? Да. Когда вы запускаете Мэй, как мы делаем уже последнюю неделю, происходит все четыре этих шага. Предварительная обработка преобразует строки включения хэша во что-то другое. Компиляция технически преобразует его в ассемблерный код, который более понятен Mac ПК серверу. Ассемблер преобразует этот язык в двоичный машинный код, который на самом деле понимает этот компьютер. А затем связывание объединяет все вместе. И на самом деле, если вы вспомните несколько минут назад, когда я это сделал, LCS50, причина, по которой мне пришлось это добавить, и причина, по которой мой код сначала не компилировался, заключалась в том, что я забыл сказать клан связать нули единицы CS50 на этом последнем шаге. Мне не нужно делать LSTO, потому что он поставляется с C, так что это было бы просто утомительно для всех в мире. Но CS50 не поставляется с C, поэтому мы связываем это. И чтобы внести ясность, мы не всегда будем использовать библиотеку CS50. Это будет еще одна пара тренировочных колес, которые мы снимем в ближайшие недели. Но на данный момент это несколько упрощает ситуацию. Да? Что это такое? Короткий ответ. Да. Так, во что же переводятся нули и единицы машинный код? Да, существует взаимосвязь один к одному между машинным кодом и ассемблерным кодом. Ассемблерный код на самом деле это не английский, но по крайней мере это символы, которые я узнаю. Это не нули и единицы. Машинный код, конечно, это просто нули и единицы. Так что в те времена, до того, как появился язык C, люди программировали только на ассемблере. До того, как появился ассемблерный код, люди кодировали нулями и единицами. И вы можете себе представить, насколько это было болезненно, и поэтому каждый из этих языков делает нашу жизнь жизнь все проще и проще. Через несколько недель мы перейдем на Python, что в свою очередь сделает все еще проще, или кодирование в целом тоже проще. Хорошо и так, с учетом сказанного, что теперь мы можем. Что может пойти не так с этим? Что же, оказывается, помимо компиляции с технической точки зрения существует еще и декомпиляция. А мы этого не делали и не будем делать. Но об этом стоит задуматься хотя бы на мгновение. Если бы вы не компилировали свой код, а декомпилировали его, как следует из названия, это просто означает обращение процесса вспять. Преобразование его в идеале из машинного кода нулей и единиц. Может быть, вернемся в S. Возможно, это было бы здорово, если бы все, что у вас есть, эта программа, вы могли бы преобразовать ее и увидеть фактически исходный код. В чем может быть недостаток, если кто-нибудь в интернете может декомпилировать код на своей машине? Да? Хорошо, так легче найти ошибки в коде, которые... О, использовать. Так что, возможно, было бы проще взломать программное обеспечение, найдя ошибки, которые мы с вами допустили. Потому что буквально они смотрят на вас в коде, в то время как нули и единицы делают это менее очевидным. Другие недостатки того, что я назвал декомпиляцией. Да? Если материал защищен авторским правом или вы даже не знаете, как его получить? Дэвид Малан, да? Да, если ваш код, ваша работа является вашей интеллектуальной собственностью, защищенной авторским правом или иным образом. Это довольно неприятно, что кто-то может просто запустить команду и бум они могут увидеть исходный код, который вы написали. Оказывается, все не так просто. И поэтому, хотя да, вы могли бы взять такую программу, как Hello или даже Microsoft Word, и преобразовать ее из нулей и единиц обратно в какую-либо форму исходного кода, будь то на C или Java или Python или что-то еще, на чем бы это ни было изначально написано, скорее всего смотреть на это будет полный беспорядок. Почему? Потому что имена переменных вещей, как правило, не сохраняются в виде нулей и единиц. Имена функции могут не сохраняться в виде нулей и единиц. Код таков, логика такова, но компьютеру все равно, какие красивые переменные вы выбрали, и насколько красиво были названы ваши функции, ему просто нужно знать их как нули и единицы. Более того, если вы вспомните прошлую неделю, мы ввели такие вещи, как циклы в оси. И кроме циклов, есть ли какой-нибудь другой вид циклов, например. Итак, цикл while, и хотя они выглядят по-разному и вам приходится писать разный код, они обеспечивают точно такую же функциональность, то есть при компиляции цикла for. Или вы компилируете цикл while, если они логически делают одно и то же, то в конечном итоге могут выглядеть одинаково как нули и единицы. И поэтому, следовательно, не обязательно предсказуемо, что вы получите обратный исходный код. Почему? Потому что нули и единицы могут так сказать не знать, был ли это цикл for или цикл while, так что, возможно, компиляция покажет вам то или другое. И, честно говоря, декомпиляция пока это возможно, и это один из способов обратного инжиниринга чьего-то продукта. Скорее всего, если вы достаточно хороши, чтобы начать читать декомпилированный код и разобраться в его запутанности. Скорее всего, у вас есть талант, вероятно, просто написать ту же самую программу с нуля самостоятельно. Возможно, это преувеличение, но все не так просто и угрожающе, как вам может показаться на первый взгляд. Итак, в целом, как только код скомпилирован, его реинжиниринг довольно сложен, отнимает много времени и стоит дорого, так же, как это было бы в реальном мире, не так ли? Как будто у каждого из нас в наши дни, наверное, есть какой-нибудь телефон в кармане. Ничто не мешает вам каким-то образом открыть его, порыться в нем, воссоздать то, что там находится. Скорее всего, это потребует огромных усилий. И в этот момент, может быть, вам стоит просто изобрести телефон, вместо того, чтобы пытаться его перепроектировать. Такая же идея и физическая мире. Тогда есть какие-нибудь вопросы по компиляции или даже декомпиляции в этих формах. Хорошо так, что, скорее всего, на данном этапе не только я, но и вы допустили ошибки. И вы написали ошибочный код. Ошибка в коде – это просто ошибка, логическая ошибка или что-то еще, когда код просто ведет себя неправильно, как вы предполагаете. И до сих пор, скорее всего, ваши методы отладки заключались в том, чтобы, возможно, оглянуться назад на то, что я делал в классе. Может быть, задать вопрос онлайн или лично. Но в конечном счете было бы неплохо, если бы у вас были собственные инструменты для отладки кода. И это, честно говоря, навык на всю жизнь. Вы не выйдете из CS50. И даже через 20 лет вы не будете писать, если вы вообще пишете код, правильный код все время. Похоже, все мы в штате продолжаем писать ошибки. Надеюсь, они станут немного более изощренными, а не типа ⁇ Ой, я пропустил точку с запятой ⁇ Но даже такого рода ошибки мы тоже совершаем. Но есть инструменты и методы, которые могут облегчить вашу жизнь, когда дело доходит до решения этих проблем. Термин ⁇ ошибка ⁇ на самом деле существует уже несколько десятилетий. Но забавная история заключается в том, что первая задокументированная реальная ошибка на самом деле была каким-то образом связана с Гарвардом. На самом деле это бортовой журнал, относящийся к компьютеру Harvard Mark II с 1947 года. Года, в котором, если вы прочтете заметки здесь, и я увеличу масштаб. Это была настоящая моль, обнаруженная внутри этого большого компьютера, который вызывал какие-то проблемы. И инженеры там в то время действительно думали, что это забавно, что вау, физическая ошибка на самом деле объясняет проблему. И она навсегда приклеена скотчем к этому листу бумаги, который, как я полагаю, сейчас выставлен в Смитсоновском институте. С учетом сказанного это тоже типичный пример логической ошибки. И эта история на самом деле. Эту историю часто пересказывал известный математик, а затем специалист по информации доктор Грейс Хоппер, которая на самом деле работала не только над компьютером Harvard Mark II, но и над его предшественником Harvard Mark I. И если вы когда-нибудь все же проводили время в инженерном здании здесь за рекой, вы действительно можете увидеть большую часть этого компьютера, который стоит вдоль стены когда вы впервые входите в научно-технический комплекс. И действительно, как вы, наверное, слышали в детстве, это мейнфреймовый компьютер. Вот как так сказать, выглядели компьютеры Mac и ПК в те времена, с очень физическими устройствами, которые по сути реализовывали нули и единицы, которые мы с вами считаем само собой разумеющимися, сейчас миниатюризируются в наших ноутбуках и телефонах. Значит, там есть кусочек истории. Если вы когда-нибудь посетите эту часть кампуса, обязательно взгляните. Но давайте тогда рассмотрим, как мы решаем не физические ошибки, конечно, а логические. А давайте рассмотрим нечто подобное с прошлой недели, когда мы пытались очень просто напечатать вот такую колонку из трех кирпичей, используя своего рода хэштеги. Так что позвольте мне на минутку перейти к Versus коду. И я собираюсь продолжить и открыть программу, которую я написал заранее. И я приношу ее в класс, потому что в ней есть ошибка, и я хотел бы выяснить, как эту ошибку устранить. Так что позвольте мне открыть баги 0. C, который является версией 0 моего кода. И давайте просто быстро взглянем на то, что здесь. Оно довольно короткое. Оно включает в себя только стео. H оно использует print, оно использует цикл for, и цель довольно просто, состоит в том, чтобы распечатать этот столбец из трех кирпичей. Она достаточно короткая, чтобы некоторые из вас, если вы уже освоились с языком C, могли уже увидеть логическую ошибку. Это не синтаксическая ошибка, как будто она будет скомпилирована и запущена. Но там есть ошибка. И предположим, что я очень новичок в C, мне очень неудобно с C, сейчас 2 часа ровно ночи, и я просто не вижу ошибки. Каковы мои ресурсы здесь, чтобы действительно найти подобную ошибку? Ну, во-первых, давайте посмотрим на симптом. Позвольте мне спуститься к окну моего терминала. Я собираюсь использовать makebuggy0, потому что, опять же, файл называется bugg. C, я не собираюсь использовать клен. На самом деле, я никогда не собираюсь использовать клен вручную здесь и сейчас. Я просто буду использовать make, потому что это облегчает нашу жизнь. Он действительно компилируется. Ошибок нет, так что это не синтаксис. Это не что-то глупое вроде пропущенное точки запятой. Но когда я бегу, вертикальный слэш g 0, я, конечно, вижу 1, 2, 3, 4. И это, конечно, не соответствует одному, двум, трем кирпичам, которые я на самом деле предназначал для этой колонки. И все же я начинаю считать с нуля, как обычно. У меня три. Я считаю до трех. Так в чем же моя логическая ошибка? Если это еще не бросилось вам в глаза, как я могу это решить? Ну, в первую очередь, возможно, лучший метод устранения ошибок, по крайней мере, на ранней стадии, это просто использовать принт. Как и до сих пор, мы использовали спринт, чтобы сказать привет и другие вещи на экране. Но принт это всего лишь функция для печати. Чего угодно. И нет никаких причин, по которым вы не можете временно использовать принт для распечатки содержимого переменных, того, что происходит внутри вашей программы, просто чтобы выяснить, в чем ваша ошибка. А потом вы сможете удалить эту строку кода позже. Она не обязательно должна оставаться там вечно. Так что позвольте мне сделать это. Вместо того чтобы просто печатать в версус-коде символ хэша. Позвольте мне провести небольшую проверку безопасности здесь и распечатать значение I. Так что позвольте мне продолжить и сказать что-то вроде ⁇ я это теперь я хочу сказать я это ⁇ Но, конечно, я не так выводю значение ⁇ я ⁇ если я хочу распечатать значение я, что мне следует сюда поместить? Итак, процентов i для целого числа, а не s для строки. Так что они по-прежнему являются заполнителями. Но мы используем s для целых чисел. И теперь, если я хочу распечатать i, мне просто нужна запятая в качестве второго аргумента, а затем i. Хорошо, позвольте мне продолжить и вернуться к окну моего терминала. Позвольте мне перекомпилировать программу, потому что я ее изменил. Это все еще отлично работает. Баги 0. А теперь позвольте мне увеличить размер окна моего терминала здесь. Вы просто увидите некоторую диагностическую информацию, если хотите. Это не цель. Это не то, что вы должны были бы представлять для этой домашней задачи, если бы она была таковой. Но это помогает нам диагностически узнать, что хорошо, когда i равно нулю, вот хэш. Когда i равно одному, вот хэш. Когда мне два, вот хэш. Когда мне три, вот хэш. Ну подождите минутку. Это раз, два, три, четыре. Так ясно, что я печатаю это слишком много раз. Так что позвольте мне еще раз взглянуть на код здесь, уменьшив окно моего терминала. И позвольте мне просто спросить группу, в чем, собственно, ошибка или каково, что эквивалентно было бы решение, да, посередине. Да, вместо меньше или равно используйте просто меньше. Так что здесь вам придется как бы выбрать полосу движения. Если вы собираетесь начать отчет с нуля, вы обычно используете меньше чем, и идете вверх, но не через значение. Или если вы предпочитаете как в человеческом мире, считая от одного и выше, вы можете использовать меньше или равно, но вы должны быть последовательны. И вообще, как программист, просто всегда начинайте отчет с нуля, если вы делаете что-то каноническое, подобное этому. Но решение действительно состоит в том, чтобы просто изменить это, изменив большее на меньшее или равное на меньшее. Если я перекомпилирую эту программу с помощью makebug 0, а затем снова сделаю. Баги 0, и позвольте мне увеличить размер окна моего терминала. Теперь вы видите, окей, почти тот же результат. Но действительно, i начинается с 0 и доходит до 3, но не до конца. Хорошо, так что print, короче говоря, может быть вашим первым диагностическим инструментом. Вместо того, чтобы просто смотреть на экран или поднимать руку. Я имею в виду, используйте принт, чтобы буквально видеть, что происходит внутри вашей программы, просто распечатывая интересные вещи. А затем, как только вы решите проблему, вы сможете вернуться к своему коду, как я сделаю здесь, уменьшив окно моего терминала. Я удалю строку print. И теперь я готов поделиться этой программой со всем миром или представить ее в качестве домашнего задания или чего-то подобного. Это просто временное явление. Есть вопросы по принт как инструменту отладки. Нет, хорошо, это только продвинет нас вперед. И честно говоря, по мере того, как ваши программы растут, растут и растут, на самом деле будет очень раздражать начинать добавлять файлы печати, затем удалять их и выяснять. Если у вас несколько файлов печати, хорошо, какой из них напечатал что. В конце концов, становится просто грязно полагаться только на принт. Поэтому, будучи специалистом по информатике, ученые-компьютерщики написали программное обеспечение, облегчающее отладку кода. Это программное обеспечение, это то, что мы обычно называем отладчиком, который был бы вторым инструментом торговли, который вы можете использовать для реального решения проблем в вашем коде. Теперь в мире Versus кода на самом деле есть встроенный отладчик. Так что графический пользовательский интерфейс, который вы сейчас увидите в Versus коде, не является специфичным для CS50, он фактически поставляется вместе с Versus кодом. И он поддерживает C и C++, и Java и Python, и множество других языков тоже. Но по общему признанию, немного сложно просто начать использовать отладчик. Вам придется создать конфигурационный файл и выполнить несколько раздражающих шагов, которые просто мешают решению реальных проблем. Поэтому мы автоматизировали для вас процесс простого запуска отладчика. И после этого то, как вы его используете, становится своего рода отраслевым стандартом. Но мы избавляем вас от головной боли, связанной с созданием этих конфигурационных файлов. Итак, предположим, что я хочу это сделать. Предположим, что я хочу попытаться отладить эту программу шаг за шагом с помощью специального программного обеспечения. Хорошо, как я могу это сделать. Что же, позвольте мне предложить, что если я верну это обратно в исходную версию, где я был меньше или равен трем, я почти уверен, что печатал слишком много хэшей. Поэтому я собираюсь сделать это, а вы могли сделать это случайно или вообще никогда не делали. Но обратите внимание, если вы наведете курсор на жолоб, так сказать, в versus коде, на его часть слева от редактора, вы увидите такую серую красную точку. Если вы нажмете туда, она станет более яркой красной точкой. И это представляет собой то, что мы будем называть точкой останова. А это всего лишь визуальный индикатор, который вы поместили туда как эквивалент знака стоп. И вы через мгновение говорите отладчику, прекратите запускать мой код там. Почему? Потому Потому что я предпочитаю просматривать свой код со скоростью человека, а не со скоростью компьютера, когда он выполняется одновременно. Поэтому я установил свою точку останова, которая является первым шагом. А затем второй шаг это очень просто. Вместо того чтобы запускать саму программу, запустите команду depk50, а затем баги 0. А теперь это запустит вашу программу, но внутри отладчика, который представляет собой специальную программу, написанную умными людьми, которая позволит вам теперь пошагово просматривать ваш код строка за строкой и снова в удобном для вас темпе. Я нажму вот, на экране произойдет кое-что. Упс. Обратите внимание, это распространенная ошибка, которую я случайно допустил здесь. Похоже, я изменил свой код. Я это сделал, потому что зашел внутрь и изменил знак меньше или равно. Так что позвольте мне продолжить и повторить makebug0 enter. Хорошо, теперь позвольте мне повторить debug50 enter. А теперь на экране только что произошли некоторые вещи, и для начала требуется некоторое время, но как только это начнется, вы увидите это, вы все равно увидите свой код. Но вы увидите эту желтую подсветку, которую вы, вероятно, раньше не видели. И обратите внимание, что она специально выделяет Ту же линию, на которой я установил точку останова. Почему? Это просто означает, что отладчик выполнил все эти строки, за исключением строки 7. Она сломалась в не в плохом смысле. Но она приостановила выполнение в строке 7, так что она еще не напечатала никаких хэшей. И вы можете видеть это, в окне терминала пока нет хэшей. Выполнение приостановлено. Но что интересно в отладчике, так это то, что находится здесь слева. Здесь в отладчике вы увидите в разделе переменные все ваши так называемые локальные переменные. И мы на самом деле не проводили различия между локальными и так называемыми глобальными. Но на данный момент локальные переменные означают просто все переменные, которые существуют в вашей функции. Так что в данный момент у меня значит значение 0. Хорошо, и это имеет смысл. И так как мне теперь просмотреть свой код и посмотреть, что он делает. Ну вот здесь, в верхней части экрана, вы увидите несколько значков воспроизведения, вроде как у видеоплеера, но они имеют особое значение. Этот первый просто воспроизведет остальную часть вашей программы до конца. Так что нажимайте на него только в том случае, если вы вроде как решили проблему и просто хотите запустить ее до завершения, как раньше. Но следующие три или следующие два на самом деле действительно самые сочные. Вторая здесь, если вы наведете на нее курсор, в конце концов вы увидите, что она называется Step over. Step over означает, что отладчик выполнит эту выделенную в данный момент строку кода, но не собирается погружаться в нее. Так что если это такая функция, как print он не начнет пошагово просматривать Printf построчно. Почему? Потому что я могу в значительной степени предположить, что принт, написанный десятилетия назад, верен. Проблема, вероятно, во мне. Но это следующая строка. Если бы я действительно хотел войти в код Print, чтобы выяснить, как он работает, или найти в нем какую-то проблему все эти годы спустя, вы можете войти в Print, и тогда экран изменится. И вы увидите каждую строку для Print построчно, по крайней мере, если у вас установлен исходный код для Print. Хорошо, я собираюсь использовать первую строку, перешагните через нее. И наблюдайте, как движется желтая подсветка. И наблюдайте, как в окне терминала появляется символ хэша. Поехали. Здесь один хэш. Обратите внимание, что выделена строка 5. Это означает, что на строке 5 сделана пауза. Строка 5 еще не выполнена. Так что же это значит? Значение i в левом верхнем углу по-прежнему равно нулю. Но как только я снова нажму кнопку «Перейти», посмотрите, что происходит в левом верхнем углу, где i переменная на экране. Теперь я и, и она на мгновение вспыхнула, имеет значение 1. И теперь, если я снова переступлю порог, следите за окном терминала. Вот мой второй хэш. Теперь позвольте мне нажать переступить порог в цикле фор. Посмотрите на переменную слева вверху. Теперь один переходит в 2. Теперь позвольте мне нажать на нее еще раз. Третий хэш. И вот здесь, возможно, обнаруживается логическая ошибка. Позвольте мне пойти дальше и перешагнуть через цикл. Теперь мне три года. Подождите минутку, я все еще собираюсь распечатать хэш. Вот оно. Вот четвертый хэш. И в этот момент, надеюсь, лампочка, как говорится, переглянулась. Горело. Я понимаю, о я облажался. Я могу либо полностью остановить программу с помощью красного квадрата, либо я могу просто позволить ей работать до конца, что просто завершит все. На данном этапе я просто хочу вернуться к своему коду и начать что-то исправлять. И вы можете закрыть, например, как я сделаю здесь, проводник файлов, просто чтобы скрыть открывшуюся панель. Так что это дебаг 50. Но это не CS50, который просто запускает отладчик для вас, что вы найдете в большинстве современных сред программирования. Вопросы по отладке? Вопросы? Да. Где он говорит вам, где что-то пошло не так? Хороший вопрос. Где он говорит вам, где что-то пошло не так? Так что, к сожалению, он вам ничего этого не говорит. Ответственность за продуктивное использование этого инструмента в более разумном темпе по-прежнему лежит на вас, человеке. Но именно вашему мозгу все еще нужно решить эту проблему. И я не сомневаюсь, что в будущем, с появлением искусственного интеллекта и многого другого, подобные программы станут еще более полезными и начнут отвечать на подобные вопросы за нас. И есть другие инструменты, с которыми мы познакомим вас в этом семестре, которые еще более мощные, чем этот. Но пока это это просто инструмент на самом деле для того, чтобы замедлить работу и не менять свой код. Тот факт, что у меня была панель слева, которая только что показала мне изменяющееся значение i, это всего лишь альтернатива print, и я могу пройти через нее немного медленнее. Есть еще вопросы по отладке? Нет. Позвольте мне показать вам один заключительный пример с этим отладчиком здесь. И это тоже я написал заранее. Позвольте мне закрыть баги 0 C. И позвольте мне открыть баги 1. C, мою вторую версию. Позвольте мне на секунду закрыть окно моего терминала и провести для вас краткую экскурсию по этой программе, в которой точно так же есть ошибка. Теперь в верхней части этой программы некоторые знакомые функции CS50. HSTDO. H это не то, что мы видели раньше. Это специфично для этого примера, функция, называемая getNegativeInt, не принимает аргументов и возвращает целое число. Что она делает? Она буквально получает отрицательное целое число в идеале от пользователя. Забавный факт, однако, это неверно. Это ошибка. Get negative int на данный момент сломан. Так что же делает main? Ну, main просто вызывает эту функцию, ничего не передавая в скобках, никаких входных данных. И она сохраняет возвращаемое значение y. А затем просто выводит i на экран. Так что, честно говоря, просто взглянув на это, я чувствую себя достаточно комфортно при программировании на языке C. Я думаю, что main это правильно. Позвольте мне просто оговориться, main это правильно. Но здесь будет ошибка. А теперь скажите, что это за ошибка здесь внизу. Хорошо, позвольте мне взглянуть на реализацию getNegativeInt. Обратите внимание, это первая строка 12, идентично прототипу здесь. Прототип здесь как-то глупо требуется, потому что C читает вещи сверху вниз, слева направо. Технически это делает компилятор. Поэтому, если вы ссылаетесь на getNegativeInt здесь, но вы не реализуете его до тех пор, пока не перейдете сюда, и вы заранее не сообщили Си, что он будет существовать. Опять же вы получите ошибку, которую мы видели на прошлой неделе. Хорошо, так как же работает getNegativeInt? Мы объявляем переменную с именем n. Мы должны выполнить цикл while, который делает что? Он использует getInt, который поставляется вместе с библиотекой CS50 на прошлой неделе. Он запрашивает у пользователя отрицательное целое число, кавычки без кавычек, и сохраняет значение в n. Затем я делаю все это пока n меньше 0, верно? Помните, на прошлой неделе мы использовали цикл while, чтобы убедиться, что человек сотрудничает и не дает нам неправильной ценности. Будь то положительное, отрицательное или что-то еще. А потом мы возвращаемся n. И тут есть некоторые тонкости. Кто-нибудь помнит, или у кого-нибудь есть интуиция, почему я объявил n в строке 14, а не в строке 17? Это специфическая вещь для C. Точно. В C. Есть такое понятие сферы охвата. И мы будем продолжать видеть это с течением времени, когда переменная существует только внутри самых последних фигурных скобок, которые вы открыли. Так что если я объявил n здесь в строке 14, я могу использовать его в любом месте между строками 13 и 21, потому что это ближайшие фигурные скобки. Если, в отличие от этого, как вы заметили, если бы я вместо этого сказал это, int n равно get int и так далее и у меня не было текущей строки 14. Что же, n существовало бы внутри этих фигурных скобок, но не здесь, что слишком поздно и определенно не здесь. Так что вам просто нужно сначала объявить его, а затем использовать и повторно использовать как таковой. А теперь позвольте мне просто показать вам, как я могу это отладить. Но сначала позвольте мне показать вам симптомы. Позвольте мне открыть окно моего терминала. Позвольте мне запустить мои баги 1. Компилируется нормально, так что это не что-то глупое вроде точки с запятой. Баги 1, и меня просят вести отрицательное целое число. Хорошо, позвольте мне дать отрицательное 1, видите. Но основная функция должна была распечатать то, что я напечатал, но она явно этого не сделала. Она снова подсказывает мне. Хорошо, так что может быть ей понравится минус 2. Нет, может быть минус 3. 50? Окей, значит она определенно сломана, не так ли? Логически кажется, что все происходит наоборот. Теперь вы, возможно, можете понять, почему это уже происходит. Это намеренно простые программы ради демонстрации. Но давайте сделаем это. Позвольте мне пойти дальше и установить точку останова в main хотя я почти уверен, что main – это правильно. Но это просто помогает мне начать свой мыслительный процесс, начать с main, а затем продолжить оттуда. Позвольте мне запустить сейчас депк 50. Бьюги 1 Enter. И давайте посмотрим. С этой точкой останова графический интерфейс сам себя перенастроит. Он остановится на строке 8, потому что это первая интересная строка внутри main. Так что я мог бы просто поставить точку остановой и на строке 8. Он достаточно умен, чтобы знать, что если я поставлю его на 6, вы действительно имеете в виду строку 8, потому что это первая фактическая строка кода. И посмотрите теперь, что произойдет. Если я переступлю эту черту, обратите внимание, что i, которая на данный момент похоже имеет значение по умолчанию 0, Подробнее об этом в другой раз. Но если я нажму перешагнуть, как раньше, мне будет предложено ввести отрицательное целое число. Позвольте мне ввести отрицательное 1, видите. А теперь обратите внимание, что нет дополнительной желтой подсветки. Почему? Где я сейчас застрял с точки зрения логики? Да, просто по логике вещей я должен быть в этом цикле Duval. И даже если вы этого не понимаете, как будто это единственное объяснение. Если вам продолжают подсказывать, то, конечно, происходит замкнутый круг. В моем коде только один цикл, так что вероятно там какая-то проблема. Поэтому я не могу просто установить точку останова в main, а затем ждать, пока это сработает. Так что позвольте мне просто, позвольте мне остановить это с помощью красного квадрата и дайте мне подумать. Хорошо, вместо того чтобы. Я все еще могу установить точку останова в main, но вместо этого позвольте мне перезапустить отладчик и на этот раз не переступайте через эту строку кода позвольте мне войти в эту строку кода, так что смотрите, что сейчас произойдет. Вместо того, чтобы нажимать на вторую иконку здесь, позвольте мне нажать на третью, имя которой действительно Step Into, и наблюдать, как желтая подсветка не перемещается на строку 9. Она ныряет в строку 8, функцию в строке 8, тем самым переводя меня на строку 17. Она как бы переходит в следующую функцию. Так вот, я не стал делать паузу на 12, 13 или 14 строке, потому что там пока не происходит ничего интеллектуально интересного. Самая пикантная часть действительно начинается, казалось бы, в 17 строке. Итак, теперь обратите внимание, n моя переменная в левом верхнем углу. Если я нажму, я не хочу нажимать перейти прямо сейчас. Что пойдет не так, если я нажму перейти? Или что он сделает такого, чего я, по-моему, не хочу делать? Да. Да, войдет в GetInt, но я хотел бы думать, что версия GetInt, предложенная персоналом, верна и это не наша сегодняшняя проблема, поэтому я хочу переступить через нее. И посмотрите теперь в левом верхнем углу, что со значением n пока ничего не происходит, пока я не перейду в окно терминала и не веду что-то вроде отрицательного 1. Теперь обратите внимание, он переходит на строку 19, которая является следующей интересной строкой. Вверху слева n действительно минус 1. И вот здесь я теперь могу сделать паузу как человек и подумать. Хорошо, значит пока n меньше 0. Хорошо, n согласно левому верхнему углу равно отрицательному 1. Так что хорошо, хотя отрицательный 1 меньше 0, очевидно, что это верно математически. Так что же будет дальше? Это цикл ⁇ Делай пока ⁇ Поэтому, когда я нажму на кнопку ⁇ Перейти снова ⁇ он перейдет на эту строку, потому что она находится в конце внутренней части этого цикла. А теперь вот здесь он повторяется снова и снова. Хорошо, позвольте мне сделать это еще раз. Я переступлю через это хорошо, я наберу минус 2. И это будет точно то же самое. Сейчас мой шанс на желтой линии. Хорошо, подождите минутку. Минус 2 явно меньше 0. Позвольте мне попробовать еще раз. Нажмите здесь один раз. Хорошо, давайте я дам 50. А теперь, окей, пока 50 меньше 0. Это неправда, так что цикл закончен. Потому что он не собирается этого делать, пока 50 меньше 0. Это неправда. Так что теперь смотрите, когда я нажимаю перешагнуть еще раз, цикл завершается, хотя делать больше нечего. Сейчас он вернется к n. Он возвращается к основному, где я остановился на строке 9. Теперь он выводит в окне моего терминала цифру 50. И надеюсь, в этот момент, отвечая на ваш предыдущий вопрос, мой человеческий мозг осознал. Ой, я идиот, как будто я перевернул свой знак там. Так что я, вероятно... Позвольте мне прекратить это. Я, вероятно, хочу сделать что-то подобное. Если цель состоит в том, чтобы получить отрицательное целое число... Я, вероятно, хочу сказать, что пока n, например, больше или равно нулю, это сработает. Поэтому пока n больше или равно нулю, продолжайте делать это. И это та логика, которую я хотел выразить. Таким образом, отладчик просто избавляет меня от необходимости пялиться на экран, поднимать руку, как бы спрашивать кого-то другого. По крайней мере, в этом случае он позволяет мне проходить через это в более здоровом темпе. Теперь вопросы по деп 50, который должен быть вашим новым другом. Даже если это не ваш первый инстинкт после принт. Есть вопросы по деп 50. Нет. Хорошо, есть еще одна последняя техника, которой мы можем вас снабдить. И это в дополнение к принт и отладчику без шуток. Резиновая утка на самом деле является разумно рекомендуемым решением для поиска ошибок в вашем коде. Отвечая на ваш предыдущий вопрос, утка 2 не решит проблему за вас. Но если вы задавались вопросом, почему этот маленький парень находится здесь так долго, то есть такая техника. В Википедии есть своя статья, которая называется Отладка резиновой утки, идея которой заключается в том, что если вы дома в своей комнате в общежитии боретесь с какой-то ошибкой в своем коде. Принт вне, но если вы задавались вопросом, почему этот маленький парень находится здесь так долго, то есть такая техника. В Википедии есть своя статья, которая называется отладка резиновой утки, сэр», — сказал он. «Похоже на то, как вы ходите в рабочее время, разговариваете с или профессором, просто проходите через свои проблемы. Потому что вы как бы разговариваете с уткой о том факте, что вы делаете это, пока он меньше ноля, а затем, если это так, подождите минутку. Я идиот не только потому, что разговариваю с резиновой уткой. Вы понимаете, надеюсь, что выражая себя буквально устно, вы, вероятно, услышите с ненулевой вероятностью, что в вашем заявлении есть какая-то нелогичность. И просто озвучив ситуацию, вы поймете, что это моя проблема. И поэтому, честно, Говоря, если у вас есть соседи по комнате, вы также можете использовать их для этого. Но резиновая утка — это просто своего рода выход, когда ваши соседи по комнате не заинтересованы в вашем наборе задач, носи, на обсуждая что-то через это как таковое. И это бесценная техника. Я по общему признанию склонен делать это не столько с резиновой уткой, сколько в идеале с коллегами, коллегами людьми. Но просто частые разговоры помогут вам просто осознать о, я сказал что-то нелогичное. Теперь я могу вернуться к кодексу. Так что не решайте проблемы, бесконечно пялись на экран в течение нескольких минут-часов. В этот момент пришло время сделать перерыв, время уйти, время поговорить с уткой, если вы уже исчерпали некоторые из этих других инструментов. В качестве отступления, когда вы будете уходить сегодня в конце урока, у нас очевидно есть для вас много резиновых уток. И с годами, по крайней мере у некоторых, вошло в привычку брать утку с собой в путешествии и присылать нам фотографии. Вот, например, отладчик резиновой утки CS50, aka DEP, для Дагдебакджер, что является каламбуром в отношении более сложной программы, называемой GDAP. Отладчик ну, который является реальной частью программного обеспечения для отладки. Это отладчик CS50 на холмах Пуэрто-Рико, а также здесь на море. Он добрался сюда, в Сан-Франциско. Также у рыбацкой пристани, рядом с морскими львами. Знакомо, здесь в Стэнфорде, где есть здание информатики Уильяма Гейтса для компьютерных наук, дальше по дороге в F-Google. А это фонтан Треви в Риме и, наконец, Колизей. Так что нам будет любопытно посмотреть в ближайшие годы, куда отправится ваша вторая утка. Так что это было совсем немного. Почему бы нам не сделать небольшой пятиминутный перерыв? Пока никаких закусок. Вы можете встать или сесть. Мы вернемся примерно через пять. Хорошо, мы вернулись. И если цель в конечном счете сегодня состоит в том, чтобы лучше понять такие вещи, как строки, чтобы мы могли решать проблемы с текстом, давайте сначала рассмотрим некоторые более простые типы данных, как мы могли бы их представлять, а затем посмотрите, не приведет ли это нас к открытию того, как строки и просто современное программное обеспечение используют подобные вещи. Поэтому, когда мы говорили на нулевой неделе о представлении данных, у нас были разные способы сделать это в двоичном, десятичном и даже унарном виде. Когда мы начали говорить об одном и том же на прошлой неделе в коде, вместо этого мы заговорили о типах данных. И эти типы данных были способом сообщить компьютеру, например, хотите ли вы целое число, хотите ли вы символ, хотите ли вы значение с плавающей запятой, например, действительное число или даже строку, как мы видели. Но оказывается, что компьютеры, конечно, обладают лишь конечным объемом ресурсов. У вашего компьютера только фиксированный объем памяти или оперативной памяти. И это на самом деле имеет очень серьезное последствия для реального мира. Вот, например, некоторые из типов данных, которые мы видели до сих пор. И оказывается, что каждому из них в языке C отведено определенное количество битов. По общему признанию, это может варьироваться в зависимости от системы. В наши дни это не так уж и важно, но в течение многих лет десятилетий, компьютеры становились все лучше и лучше. Самые ранние компьютеры, возможно, использовали меньше бит для некоторых из этих типов данных. Более современные компьютеры могли бы использовать больше бит, так что цифры которые вы сейчас увидите, в значительной степени соответствуют тому, где мы находимся сегодня. Поэтому, когда дело доходит до этих типов данных, буль, который является истинным или ложным, несколько любопытно, использует целый байт. Хотя это слишком много. Потому что для буль истинного или ложного вам, конечно, нужен только один бит. Но оказывается, несмотря на то, что расточительно использовать 8 бит или один байт только для представления истины или ложи, компьютерам это просто проще. Таким образом, буль, как правило, равен 1 байту. Инт, который мы часто используем, обычно использует 4 байта или 32 бита. И если я проведу быструю математику, с нулевой недели используя 32 бита у вас будет примерно 4 миллиарда возможных значений но если вы хотите представить положительное и отрицательное это означает что вы можете представить примерно отрицательные 2 миллиарда вплоть до положительных 2 миллиардов так что это диапазон как правило с целыми числами если для вас слишком мало цифр оказывается есть вещи называемые длинными числами а длинные числа используют 64 бита что позволяет вам иметь примерно квинтиллионное число возможностей что безусловно намного больше чем 4 миллиарда так что иногда вы можете использовать длинные но даже это ограничено и поэтому как мы обсуждали в конце прошлой недели, плохие вещи могут произойти, если вы сделаете определенные предположения относительно данных из-за таких вещей, как переполнение целых чисел или тому подобное, когда все оборачивается вокруг. Тогда есть число с плавающей точкой, которое является действительным числом, что-то с десятичной точкой. По соглашению это 4 байта или 32 бита, что дает вам, короче говоря, только определенную степень точности. Это не обязательно диктует, сколько чисел слева или справа. В совокупности, в конечном счете, у вас все еще есть 4 миллиарда возможных перестановок. Если вам нужна большая точность для для научных медицинских финансовых приложений, вы можете использовать 8 байт, a.k.a. Двойной, что просто дает вам больше цифр точности. В конечном итоге они становятся неточными в соответствии с примером, который мы рассматривали на прошлой неделе, но это по крайней мере продвинет вас дальше по линии. В стороне в действительно важных приложениях, в финансах, в медицине, в военных операциях и тому подобном, где у вас действительно не может быть ошибок округления. Короче говоря, люди разработали библиотеки на C и других языках, которые используют даже больше, чем 8 байт. Таким образом, у этих проблем есть решение, но они всегда конечны. Вы должны выбрать верхнюю границу. Тогда есть символ чар, который мы кратко видели на прошлой неделе, когда я спросил пользователя АОА или Н, о да или нет. А затем есть строка, которую я собираюсь предложить в качестве знака вопроса, потому что строка полностью зависит. Например, привет. HI восклицательный знак, кажется, будет состоять из трех байт. vid, кажется, будет 5. Таким образом, строки, очевидно, являются переменными в зависимости от того, что вы или человек вводите. Так что мы немного посмотрим, что это значит. Однако это то, что находится находится внутри вашего Mac, вашего ПК, вашего телефона. Возможно, это выглядит не совсем так, но это модуль памяти для современного компьютера. И давайте воспользуемся этим. На самом деле это просто представитель конечного объема памяти, которым действительно обладает любой компьютер. Давайте увеличим изображение одной из этих маленьких черных микросхем здесь на печатной плате. Увеличьте масштаб и позвольте мне предположить, что этот прямоугольник действительно представляет некоторое количество байтов, например, внутри этой маленькой черной схемы на плате. Может быть я не знаю гигабайт, миллиард байт, может быть это 100 байт, какое-то количество байт. Это полностью зависит от компьютера и от того, сколько вы заплатили за карту памяти. Но если внутри этого оборудования существует конечное число байт, физически реализованных каким-то образом в цифровом виде, то само собой разумеется, что мы могли бы пронумеровать эти байты. Мы можем просто произвольно решить, что верхний левый угол – это байт номер один или действительно байт номер ноль. Рядом с ним номер один, затем номер два, номер 3, точка, 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 номер 2 миллиарда, или что бы это ни было, каким бы большим ни было это воспоминание. Итак, если вы используете переменную в программе на языке C, то это всего один байт. Как и символ, она может буквально храниться в верхнем левом углу памяти. На практике вам все равно, где она физически находится. Но на самом деле исполнение художника было бы таким, Символ может использовать один из этих отдельных байтов где-то в памяти компьютера. Если вы используете int, который равен 4 байтам, это даст вам 4 байта, непрерывных-то есть слева направо, сверху вниз. Но все 32 бита будут находиться рядом друг с другом, чтобы компьютер знал, что все они действительно принадлежат одному и тому же int. Если вам нужен long или double, если уж на то пошло, то в этом случае вы можете использовать полные 8 байт. И вы просто продолжаете использовать и использовать эту память, что-то вроде холста, почти в Photoshop или электронной таблице, где вы можете просто перемещать пиксели или перемещать данные. Это действительно то, что представляет собой память вашего компьютера, холст для хранения информации в единицах байт или 8 бит. Теперь нам не нужно все время смотреть на эти печатные платы. Мы можем абстрагироваться от этого, как мы часто делаем. И давайте продолжим и увеличим масштаб этой сетки, просто чтобы рассмотреть некоторые очень специфические переменные. Итак, позвольте мне увеличить масштаб, и теперь я вижу на экране меньше, но большие прямоугольники, каждый из которых опять же представляет собой байт. А теперь позвольте мне предложить нам поиграть с каким-нибудь реальным кодом. Итак, здесь на языке C, хотя и без полной программы, есть три целых числа, скоро 1, скор 2, скор 3. Я по совпадению поставил себе 2 балла в районе 72 и 73, а затем довольно низкий балл в 33. Конечно, на прошлой неделе или две недели назад этот показатель был бы высоким. Но сейчас мы имеем дело с реальными целыми числами. Так что это три так себе оценки по моим тестам, тестам или тому подобному. Так что позвольте мне перейти к Versus Code здесь. И давайте создадим программу под названием Scores. C. Поэтому я напишу код Scores. C. Это даст мне мой новый файл. И позвольте мне продолжить и реализовать что-то подобное. Включите SDO. H int main void. А затем внутри здесь Позвольте мне сделать int score 1 будет 72. int score 2 будет 73 а int score 3 будет 33. А затем позвольте мне просто сделать что-то вроде написания программы для усреднения моих трех результатов теста вместе, что-то в этом роде. Так что позвольте мне сделать print, цитирую без кавычек, мой средний показатель, и я собираюсь пойти дальше и сделать, скажем, iN. А теперь позвольте мне подключить результаты. И сейчас это что-то вроде математики в начальной школе. Как мне вычислить среднее значение из трех значений? Ну, точно так же, как на бумаге, я могу сделать оценку 1 плюс оценку 2 плюс оценку 3 в скобках из-за порядка операций, деленную на 3, так как всего баллов 3. Хорошо, я думаю, это подтверждается. И действительно, вы можете использовать круглые скобки и операторы типа ⁇ Плюс ⁇ в своем коде, как это все позвольте мне продолжить и сделать оценки. Синтаксической ошибки нет, так что это хорошо, там ничего не пропущено. А теперь позвольте мне сделать баллы и посмотреть, каков мой средний балл по тесту. Хорошо, это не очень здорово, но я думаю, что я все равно сдал. И действительно, мой средний показатель здесь составляет 59. Но точно ли это 59? Что же, давайте посмотрим. Давайте на самом деле вместо того, чтобы использовать int, как насчет того, чтобы использовать здесь что-то вроде значения с плавающей запятой. И позвольте мне сделать это. Так что позвольте мне перекомпилировать свой код, сделать оценки. Хм, хорошо, у меня проблема. Позвольте мне увеличить масштаб окна моего терминала. Мы не обязательно видели это раньше. Но ошибка в строке 9. Формат указывает тип double, что является большой точностью, но аргумент имеет тип int. Так что же это значит? Ну, он показывает мне этими зелеными закорючками, что что-то не так между процами F и вот этой штукой. Ну, слева я подразумеваю поплавок или двойник, если уж на то пошло. Однако справа какой тип данных? Скоро 1, Score 2, Score 3. Хорошо, значит, это целые числа. Значит, клангу это не нравится. Компилятору просто не нравится, что я использую целые числа справа, но я хочу, чтобы поплавки были слева. Так что будут разные способы решения этой проблемы. Один из способов просто проигнорировать проблему, как я сделал изначально, и просто вернуться к кай. Или в качестве. Отступление d часто является альтернативой i для десятичного числа. Но мы используем i, потому что это звучит как int, так что i здесь подойдет. Но я не хочу просто избегать проблемы. Я хочу на самом деле отображать значение с плавающей запятой. Так как же я могу это исправить? Оказывается, я могу решить эту проблему несколькими различными способами. Самый простой — просто убедиться, что хотя бы одно число справа является значением с плавающей запятой, например, 3,0, а не просто 3. Теперь я думаю, что Кленг будет счастливее. Позвольте мне сделать оценку, войдите. И действительно все в порядке. Почему? Как только у вас есть хотя бы один более точный тип данных справа, он просто рассматривает все в этот момент как значение с плавающей запятой, чтобы математика сработала. Итак, забивает водите, а теперь поехали, верно? Некоторым из нас, возможно, действительно нужна эта одна третья очка. Наш средний показатель не составлял 59. Это 59 1 дробь 3, как в данном случае. Хорошо, мы решили эту проблему там. Однако, в качестве отступления, здесь нужно показать еще одну технику. Если вы не хотите

Потому что это немного странно, потому что там было буквально 3 балла, не похоже, что для этого нужна десятичная точка. Вы также можете явно преобразовать 3 в число с плавающей точкой, сказав в скобках с плавающей точкой. Это то, что называется типажированием. И это просто преобразует объект сразу после него в этот тип данных, если это возможно. Так что если я сделаю это снова, ставьте оценки теперь без ошибок. Забивает и я получаю по сути тот же результат. Здесь есть небольшая проблема с округлением, но мы знаем, что округление связано с неточностью допущенной на прошлой неделе. А пока позвольте мне просто быть довольным своими 59,3 с чем-то. Я пока воспользуюсь этим. Но сейчас это максимально близко к достаточно хорошему правильному ответу для меня. Но как мне? Подумать сейчас о том, что происходит внутри памяти компьютера. Что же давайте подумаем? Вот та же самая сетка памяти. Каждое поле представляет собой байт. Где в моей памяти находятся оценки 1, 2 и 3? Что же оценка 1, позвольте мне просто предложить, находится в левом верхнем углу. Но она занимает 4 поля по 4 байта. Оценка 2, вероятно, окажется прямо рядом с ним в памяти хотя это не всегда будет так, но я выбрал простые примеры. 73 находится рядом с ним, также занимая 4 байта. И, наконец, 33 находится в Score 3, там внизу. Теперь, если мы действительно посмотрим на память компьютера, посмотрим на нее с помощью какого-нибудь микроскопа или чего-то подобного. На самом деле там 32 бита, 32 бита. 32 бита, в каждой из этих четырех групп по 4 байта, представляющих эти значения. Но опять же для сегодняшних целей нам на самом деле не нужно снова и снова думать в двоичном формате. Просто там действительно хранятся эти десятичные числа. Но сейчас я утверждаю, что это не самый лучший дизайн. Даже если вы никогда не программировали до CS50, то что вы смотрите здесь на экране в качестве отрывка. В каком смысле это возможно плохой дизайн, даже если это правильный способ хранения трех результатов теста. А что здесь плохого? Да. Чем больше у вас баллов, тем больше вы. Дэвид Малан, да, всегда делайте именно то, что вы сделали, экстраполируйте до 4 баллов, 5 баллов на 50 баллов. Это не может быть так хорошо продумано, потому что теперь у вас будет 4 строки кода, 5 строк кода, 50 строк кода, которые почти идентичны, за исключением этого произвольного числа. Которое мы обновляем в конце переменной. Так что действительно, вероятно, найдется лучший способ, хотя, по крайней мере, на языке C мы еще не видели этой техники. Но решением, начиная с сегодняшнего дня, будет нечто называемое массивом. Массив это способ хранения ваших данных спина к спине в памяти компьютера, таким образом, чтобы вы могли легко получить доступ к каждому отдельному члену. Иными словами, с помощью массива вы можете вместо этого сделать что-то вроде этого. Вместо того, чтобы говорить score 1, score 2 int score 3, присваивая каждому значение, вы можете сначала сказать компьютеру, пожалуйста, дайте мне переменную, называемую баллами, множественное число, хотя вы можете называть ее как угодно, размером 3, каждая из которых будет целым числом. То есть вот как вы объявляете массив на языке C, в котором будет достаточно места для хранения трех целых чисел. Другими словами, это технический способ сообщить компьютеру, пожалуйста, дайте мне в общей сложности 12 байт, 3 раза по 4 для int. Так что дайте мне в общей сложности 12 байт. А что сделает компьютер, так это гарантирует, что они будут находиться спина к спине в памяти компьютера. И это будет полезно буквально через мгновение. Так что позвольте мне пойти дальше и сделать с этим что-нибудь полезное. Позвольте мне сохранить три фактических результата. Вот как теперь я мог бы хранить те же самые числовые результаты в этом массиве. Синтаксис немного другой, но есть одна переменная, называемая баллами. Но если вы хотите перейти к его первому местоположению, начиная с сегодняшнего дня, вы используете квадратные скобки и сначала переходите к местоположению 0. Что поскольку вещи все, так сказать, индексируются на 0, вы начинаете отчет с 0. Первый вход находится по адресу. Второй вход находится по адресу. Третий вход находится по адресу. Так что это не 1, 2, 3. Это буквально 0, 1, 2. И это не то, что вы можете контролировать. Вы должны начать с 0. Итак, эти строки теперь создают массив размером 3, а затем вставляют в этот массив 1, 2, 3 значения. Но плюс сейчас в том, что вам нужно запомнить только одно имя переменной. Это просто баллы. Да, вам нужно зайти в массив. Чтобы получить отдельные значения, вам нужно проиндексировать его, используя эти квадратные скобки. Но по крайней мере у вас нет этого хакерского подхода к объявлению отдельной переменной для каждого из этих значений. Так что позвольте мне вернуться к скорс си здесь. И позвольте мне предложить сделать это. Позвольте мне просто использовать ту же идею, чтобы сделать следующее. Позвольте мне избавиться от этих трех отдельных целых чисел. Позвольте мне дать себе массив значений int размером 3. И тогда оценки будут, как и прежде, равны 72. Оценки будут равны 73 а оценки будут равны 33 и позвольте мне избавиться от маленькой точки там хорошо так что теперь если я продолжу и повторю это снова с помощью make scores видите хм, что я здесь сделал не так я думаю что немного забежал вперед позвольте мне увеличить окно моего терминала Давайте сначала сосредоточимся на строке 10 здесь. Ошибка. Использование необъявленного идентификатора. Оценка 1. Что я здесь такого глупого сделал? Да. Вы не объявили его переменной. Верно, поэтому я не объявлял счет 1. У меня старый код. Так что я просто, честно говоря, забежал вперед, даже не намеренно. Так что позвольте мне снова уменьшить окно моего терминала. Мне нужно закончить свою мысль здесь. Так что позвольте мне очистить мой терминал. И позвольте мне изменить это сейчас на баллы плюс баллы плюс баллы. Так что это немного более подробно, потому что у меня есть эти квадратные скобки, так сказать. Но я думаю, что теперь мой код не противоречив. Так что позвольте мне сделать оценки прямо сейчас. Теперь он компилируется. Оценки дают мне действительно... То же самое приблизительное среднее значение с теми же значениями. Хорошо, так что позвольте мне пойти дальше и, возможно, немного улучшить это. Немного глупо писать специальную программу только для того, чтобы проверить ваши средние баллы по трем тестам, например, 72. 73, 33. Почему бы мне на самом деле не сделать программу динамичной и не спросить человека об этих баллах? Так что вместо этого позвольте мне сделать это. Как насчет того, чтобы избавиться от 72 баллов и изменить это на GetInt? И я просто предложу пользователю оценить результат. Позвольте мне избавиться от 73 баллов и сделать так, чтобы это был результат getint, цитата без кавычек. А затем, наконец, избавиться от 33 баллов и заменить его на результат getint, цитата без кавычек. На данный момент getint это CS50, поэтому мне нужно включить CS50. H как всегда. Но теперь я думаю, что это в некотором роде лучшая программа потому что теперь я могу скомпилировать ее один раз. Я даже могу поделиться ею со своими друзьями. А теперь любой из нас может получить в среднем 3 балла по тесту некоторых классов. Им не нужно знать код или переписывать код, просто чтобы вести свои баллы. Так что сделайте так, чтобы баллы работали. Баллы, теперь я могу набрать все, что захочу. Может быть это 72, 73, 33. Все равно получу тот же ответ. Или может быть у меня лучший семестр 100, 100, может быть 99. И сейчас мы все еще получаем довольно высокий балл. Но теперь он динамичный. Теперь вам не нужен исходный код. Вам не нужно перекомпилировать программу. Она просто будет работать снова и снова. Но и это тоже. Позвольте мне предположить, что этот код верен, если я хочу получить 3 балла от пользователя. Но эти выделенные строки сейчас с 6 по 9. Хорошо ли они продуманы, как вы думаете? Да. Вы можете сделать петлю? Да, не так ли? Это. Мы можем использовать петлю. Вот здесь спойлер. Почему? Я имею в виду, боже мой, это похоже на один и тот же код снова и снова и снова. Единственное, что меняется, это номер. И у этого снова должен был быть какой-то запах кода, потому что если я продолжаю вводить одно и то же снова и снова, это явно возможность улучшить дизайн чего-то. Так что позвольте мне сделать это. Позвольте мне пойти дальше и все-таки создать свой массив третьего размера. Но позвольте мне использовать нашего старого друга цикл for, для int i равно 0, i меньше 3, i плюс. А затем здесь позвольте мне сделать скобку, мы этого раньше не видели, но есть какая-нибудь интуиция. Скобка я, Дэвид Малан, я, потому что при этом будет использоваться то, что я есть, будь то 0, 1 или 2 в итерации. И тогда я смогу получить int, запрашивая у пользователя оценку, без необходимости повторяться снова и снова. Так что надеюсь, если я не допустил никаких опечаток, ставьте оценки, все хорошо. Оценки 72, 73, 33, и мы снова в деле. Но код, возможно, теперь разработан лучше, потому что на самом деле я не закодировал результаты жестко, и я фактически не копировал и не вставлял ничего из этого кода. Ну, если мы сейчас рассмотрим, что происходит внутри памяти компьютера, то с точки зрения значений это почти то же самое. Но вместо того, чтобы переменные были буквально score1, score2, c3, есть только одна переменная. Это массив, называемый баллами. Но вы можете проиндексировать его по трем местоположениям, используя баллы, чтобы получить первое, баллы, чтобы получить второе, баллы, чтобы получить третье. Но это ключ к успеху. Память непрерывна. Экран такой большой, что он оборачивается вокруг. Но физически в цифровом виде память непрерывно, сверху вниз, слева направо. И это важно, почему? Потому что скобки указывают на 0, 1, 2, что каждое из этих целых чисел отделено всего одним целым числом от следующего. Это не может быть случайным образом здесь, ни с того ни с сего. Это должно быть спина к спине. Хорошо, теперь вооружившись этой парадигмой, что еще мы могли бы здесь сделать? Что же, оказывается, стоит знать, что в коде можно даже передавать массивы в качестве аргументов. И позвольте мне просто немного ускорить эту программу, просто чтобы вы скоро ее увидели. Но позвольте мне продолжить и сделать это. Позвольте мне предложить создать функцию, которая выполняет это усреднение за меня. Поэтому я собираюсь создать функцию под названием Average, которая возвращает значение с плавающей точкой. И аргументы, которые эта штука будет принимать, давайте посмотрим, это будет массив. Так что получается, что если вы хотите взять массив чисел, вы можете называть это как угодно. Вот как вы сообщаете си, что функция принимает не целое число, а массив целых чисел. И вам не обязательно называть это массивом. Я делаю это просто ради обсуждения. Это можно назвать x. Это могут быть цифры. Это может быть что угодно еще. Я просто называю массив, чтобы быть предельно ясным относительно того, что там находится. А теперь, как мне изменить свой код здесь внизу? На данный момент я думаю, что сделаю вот что. Я собираюсь избавиться от этого кода здесь, где я вручную вычислил среднее значение. И позвольте мне просто вызвать функцию среднего значения здесь, передав весь массив баллов. Так что это просто пример абстракции, как сейчас у меня есть функция, называемая средним значением. Мне все равно. Мне не нужно запоминать, как это работает, как только я ее реализую. Это просто немного ужесточает мой основной код. Но мне все равно нужно это реализовать. Так что позже в моем файле, позвольте мне повториться, единственный раз, когда все можно повторяться снова и снова, набирая снова среднее значение. А затем открывая скобку массива int, но теперь без точки с запятой. Теперь я должен реализовать эту штуку. И я могу реализовать это кучей разных способов. Но я не знаю заранее, я не могу просто так это сделать. Я не могу просто сделать массив плюс массив плюс массив, если только эта программа не будет работать только с тремя числами. Так что позвольте мне сделать это. Позвольте мне сначала предположить, что здесь плохой дизайн. В моей основной функции какое значение я повторил дважды. Среди выделенных строк. Что бросается вам в глаза как дважды два? Длина массива? Да, длина массива всего три. Сейчас нет ничего страшного в том, что я набрал цифру 3 в строках 8 и 9, но это именно тот короткий путь, который в конце концов приведет вас к неприятностям. Почему? Потому что в конце концов вы или кто-то другой войдете и сделаете массив больше или меньше, и вы не поймете, что волшебным образом одно и то же число находится в двух местах. И действительно, это то, что программисты часто называют магическим числом. Магическое число – это то, которое просто появляется волшебным образом. И вы находитесь в системе чести, чтобы изменить его здесь, если вы вы измените его здесь, а затем измените его здесь. Это плохо кончится, если программист будет обязан помнить, где они жестко закодированы, то есть явно выписали 3. Так что в любой момент, когда вы повторно используете подобное значение, знаете что? Нам, вероятно, следует сделать то, что мы сделали на прошлой неделе, а именно объявить переменную, возможно, в самом верху моей программы. Чтобы было супер очевидно, что это такое называемую может быть n, и установить ее равной 3. А еще лучше, что я сделал на прошлой неделе, чтобы убедиться, что я не могу облажаться и случайно изменить это значение. Да, постоянное. И ключевое слово там было сокращено просто const. И теперь у меня есть глобальная переменная, глобальная в том смысле, что я могу получить к ней доступ в любом месте, которое называется n. Это int. И она всегда будет равна 3. И теперь я могу немного улучшить свою основную функцию, просто изменив 3 на n, так что теперь если я, если коллега понял, о, подождите минутку. В этом году будет 4 теста. Вы меняете n на 4, перекомпилируете код. И он просто работает везде, кроме моей средней функции. Позвольте мне изменить его обратно на 3, просто для согласованности. Сейчас это не прокатит, просто суммировать такие вещи, например, а затем вернуть это разделенное на 3. Почему это не сработает сейчас, как я это определил? Да. хорошо, возможно, я возвращаю целочисленное значение, когда намереваюсь вернуть значение с плавающей точкой в соответствии с этим. Но я думаю, что со мной все в порядке, потому что я использовал этот маленький трюк. Когда убедился, что по крайней мере одно из чисел в моем арифметическом выражении на самом деле является значением с плавающей запятой. И просто добавив точку 0, убедитесь, что все обрабатывается как число с плавающей точкой. Так что я думаю, что все в порядке. Дэвид Малан, извините немного громче. Мне просто кажется, что вы. Дэвид Малан, вот именно. Таким образом, левая рука здесь не разговаривает с правой рукой. Поскольку моя текущая реализация среднего значения по-прежнему предполагает, что будет всего три теста или что-то в этом роде. Но подождите минутку, я только что потрудился изменить это на n в общем виде. И если я изменю это значение на 4, я, возможно, не буду доволен своим средним показателем, потому что теперь я собираюсь полностью проигнорировать один из своих результатов теста. Так что позвольте мне изменить это значение обратно на 3. И, к сожалению, если сейчас это переменная n, и, следовательно, у меня буквально переменное количество баллов, как мне взять среднее значение по переменному количеству вещей. Я имею в виду, какой у меня там строительный блок. Да Да. Почему бы мне не использовать цикл, который проходит через массив и складывает данные по мере продвижения? Я имею в виду что-то вроде начальной школы, когда вы берете среднее значение на своем калькуляторе или бумаге с карандашом, вы просто продолжаете складывать числа вместе, а затем в конце делите на общее количество вещей. Так как же я могу это сделать? Хорошо, позвольте мне изменить свою реализацию average, чтобы сначала объявить переменную, называемую сам, или что-то в этом роде, установить ее равной 0. Это похоже на то, как я на своем листе бумаги готовлюсь считать, или, конечно, мой калькулятор, когда вы его включаете, обычно по умолчанию равен нулю. Теперь позвольте мне сделать for int i равно 0, i меньше чем, ну нет, я этого не делал, i меньше чем n я плюс. А теперь позвольте мне продолжить и добавить к текущей сумме все, что находится в местоположении массива я. А затем здесь я думаю я могу просто вернуть часть, разделенную на 3,0, не 3,0 n, возможно, здесь. И на самом деле я думаю, что получу. Давайте убедимся, что это поплавок. Давайте воспользуемся трюком с приведением типов, просто чтобы убедиться, что я случайно не обсчитаю кого-нибудь и не выброшу все после запятой. Значит, ситуация быстро обострилась, не так ли? Среднее значение просто стало намного больше. Это не просто одна строка кода, но теперь она динамична. Я инициализирую переменную сам значением 0. В этом цикле я прохожу и просто продолжаю добавлять к сумме, которая изначально равна 0, все, что находится в массиве, или в частности массив-массив. Это дает мне общую сумму, которую я возвращаю, деленную на общее количество вещей. Теперь я могу немного подтянуть это. Напомню, что это синтаксический сахар для простого добавления вещей. Я не могу использовать плюс-плюс, потому что это буквально добавляет только единицу. Но я могу использовать здесь плюс равно. Вопросы по этой реализации здесь... На самом деле единственный вывод, или самый важный вывод, это то, что это синтаксис для того, как вы сообщаете функции, что она ожидает целый массив, а не одну переменную, такую как int или тому подобное. Вы буквально используете квадратные скобки, но не указываете длину внутри них. Да? Какая переменная наверху? А как насчет переменной наверху? Хороший вопрос. Как мне ее определить вверху? Эта переменная n должна быть целым числом, если вы собираетесь использовать ее здесь внутри квадратных скобок массива. Итак, в этой строке 10, обратите внимание, больше не написано 3, там написано n и поэтому независимо от того, равно ли n3 или 4 или чему-то еще. Именно столько целых чисел я получу в этом массиве. И это должно быть по определению массива целое число, заключенное в эти квадратные скобки. И вот распространенный источник путаницы. Когда вы создаете массив, то есть объявляете его, вы используете квадратные скобки, подобные этим, где вы указываете общее количество элементов, которые вы хотите. Когда вы впоследствии используете массив, как я делаю здесь, вы больше не упоминаете int, точно так же, как вы не упоминаете int снова и снова, как только переменная существует. Вы все еще используете квадратные скобки но не используйте n вы используете 0 или 1 или 2 или в общем здесь я поэтому когда разрабатывался язык си они иногда использовали один и тот же синтаксис для двух разных идей или контекстов да вам обязательно включать строку 6 Хороший вопрос. Нужно ли мне включать строку 6? Короткий ответ да, по причине с которой мы столкнулись на прошлой неделе. C или на самом деле клен читает ваш код сверху вниз, слева направо. И поэтому, если компилятор увидит упоминание об этой функции evage в строке 16, но вы не сообщили компилятору, что evage существует. Вы получите сообщение об ошибке на экране. Обычный способ сделать это просто скопировать и вставить первую строку кода из функции. Это так называемый прототип или объявление. Да. Есть ли здесь библиотека, если вы не знаете размер массива? Действительно хороший вопрос и отличный способ перейти к делу. Есть ли библиотека, которую вы можете использовать, если не знаете размер массива? Нет. И поэтому, если кто-нибудь из вас программировал на Java, Python или других языках, вы можете просто спросить массив, насколько он велик. На языке C мы с вами программисты должны это запомнить. И поэтому короткий ответ – нет, нет функции, которая просто автоматически сделает это за нас. И на самом деле позвольте мне сделать более тонкое заявление о том, что можно использовать глобальные переменные, подобные этой, если они действительно предназначены для параметров конфигурации. Почему? Просто удобно поместить их в самый верх файла, потому что все вы, ваши коллеги, ваши TA, будут видеть их в верхней части кода. Но вам действительно не следует использовать их повсюду в вашем коде. Было бы лучше, если бы средняя функция сама по себе не зависела от этой специальной переменной. Под этим я подразумеваю вот что. Вы знаете, что мне действительно следует делать, если я действительно хочу быть хорошо спроектированным. Я должен передать длину массива функции среднего значения. Я должен дать функции среднего значения второй аргумент. Я назову это длиной, например но я мог бы называть это как угодно. И поэтому вместо того, чтобы указывать n полностью здесь, в нижней части моего файла, позвольте мне вместо этого динамически указывать длину. И это тонкость, и не нужно слишком заморачиваться по этому поводу. Но это всего лишь пример того, как одна и та же функция может принимать не один, а два аргумента. Но действительно, в языке C вы сами должны помнить, какова длина массива. Вы не можете просто задать массив с помощью какого-то синтаксиса, как это делают те из вас, кто раньше программировал на Java или Python. Да. Хороший вопрос. Не лучше ли было бы написать функцию, которая вычисляет размер? Короткий ответ. Вы не можете этого сделать все как только вы передаете массив в функцию на C. Вы не можете определить его размер, если это универсальный массив, такой как массив целых чисел. Есть особые случаи, когда вы можете это сделать. Но в целом нет, это просто невозможно в C. И если это вызывает какое-то разочарование, честно говоря, именно поэтому более современные языки добавляют эту функцию. Почему? Потому что это было действительно раздражающе, так как я намекаю здесь на отсутствие этой информации. А теперь просто чтобы убедиться, что я нигде не напортачил, позвольте мне скомпилировать эту окончательную версию результатов. Саспенс. Все хорошо. Оценки 72, 73, 33, и мы все еще возвращаемся к делу. Так что эта версия более сложная. И как всегда, у нас будет эта версия на веб-сайте курса для справки. Но суть на самом деле в том, что массивы не только можно использовать в качестве контейнеров для хранения нескольких значений, в данном случае трех или более. Вы также можете даже передавать их в качестве аргументов как таковых. Хорошо, теперь кроме этого, давайте на мгновение упростим ситуацию и рассмотрим теперь мир символов. Если у нас есть только отдельные байты, к чему это нас приведет? И как это приведет нас в конечном счете Строкам для решения таких проблем, как читабельность, криптография и тому подобное. Ну вот, например, три строки кода, вырванные из контекста, в которых просто хранятся три символа. И вы уже можете видеть, к чему это ведет. Наличие трех переменных, называемых c1, c2, c3, явно приведет к плохому дизайну из-за всей этой глупой избыточности. Но обратите внимание, я использую одинарные кавычки, как на прошлой неделе, потому что это одинарные символы. Как это выглядит в памяти компьютера? Ну, это выглядит примерно так. Если мы очистим старую память c1, c2, c3 вероятно, окажутся здесь, может быть не буквально в верхнем левом углу. Это всего лишь исполнение художника. Но C1, C2, C3 вероятно закончится именно так. А теперь скажите, что там на самом деле. Это действительно те же самые три числа, 72, 73, 33. Но сколько бит в байте? Всего 8. Так что если бы мы посмотрели на двоичное представление этих символов, то в каждом было бы всего по 8 бит. Этого достаточно для хранения небольших чисел, таких как 72, 73, 33. Мы не имеем дела с Unicode, эмодзи и тому подобным. Но суть одна и та же. Вам не обязательно использовать 4 байта для хранения этих чисел. Вы можете использовать другой тип данных, например символы, и под капотом действительно будет использоваться всего 1 байт для каждого. Но это похоже на. На самом деле мы реализуем строки не так, верно? Когда вы хотели сказать привет на прошлой неделе или на этой, мы использовали двойные кавычки. И мы написали все вместе и использовали одну переменную, а не три, верно? Когда я набрал Дэвид, у меня не было переменной для DEVID. У меня была одна переменная под названием name в которой хранилось все это. Поэтому в языке C мы продолжаем говорить об этих вещах, называемых строками. В конце концов мы увидим, что строки не обязательно являются тем, чем кажутся. Но на данный момент главное в строках то, что они, так сказать, переменной длины, не так ли? Они могут состоять из трех символов «привет», или из пяти символов «дэвид», или из чего-нибудь меньшего или большего. Так как же нам реализовать строки, если все, что у нас есть в конце дня, это моя память? Хорошо, вот пример простого создания, объявления и определения строки с именем «с». «С», потому что это всего лишь простая строка и кавычки без кавычек привет в двойных кавычках как это выглядит в памяти компьютера хорошо давайте очистим ее еще раз и здесь сейчас поскольку технически она хранится в одной переменной вот как я мог бы нарисовать ее как художник всего три байта восклицательный знак и чай но здесь нет c1 c2 c3 просто все это с но оказывается что строка забавный факт на самом деле это то что скрывается под капотом Как бы подводя итог этому, что такое строка, если она так устроена в памяти? Массив. Буквально это просто массив символов. И нам не нужно было знать о массивах на прошлой неделе, чтобы использовать строки. Вот тут-то опять же начинают отрываться тренировочные колеса. Но строка это всего лишь набор символов. Восклицательный знак HI, например. Технический массив или строка с именем S на самом деле является переменной с именем S, которая позволяет вам получить первый символ с помощью S, если хотите SS. Вы можете буквально получить отдельные символы, просто рассматривая, так как если бы это был массив, которым в данном случае он действительно является под капотом. Но тут есть одна загвоздка. Откуда вы знаете, где заканчиваются строки? В прошлом, когда я рисовал на экране несколько целых чисел, я знаю, я утверждаю, что они всегда занимают 4 байта. Если бы я нарисовал длинное число оно всегда занимало бы 8 байт. Если бы я нарисовал символ, оно всегда занимало бы 1 байт. Но сколько байт занимает строка? Да, я имею в виду, что это вроде как правильный ответ. В данном случае, похоже, 3. Но если это Дэвид, то это добрых 5 персонажей. Но куда же нам девать цифру 3? Куда же вы ставите цифру 5, верно? Это буквально все, что есть внутри вашего компьютера. Это все наши строительные блоки перед нами. Так как же мы можем? Куда же деваются эти трое? Куда же деваются пятеро? Оказывается, вы можете решить эту проблему парой разных способов. Но способ, которым люди решили реализовать строки много лет назад, действительно является массивом. Но они добавили один дополнительный байт в конце каждого такого массива строк. Просто чтобы прояснить, с так называемым сторожевым значением, что строка заканчивается здесь. Почему? Так что если у вас в памяти компьютера есть две строки типа «Привет», и пока вы знаете, где находится барьер между восклицательным знаком в одной и буквой «В» в следующей, верно? Вам нужен какой-нибудь разделитель. И так что на самом деле находится под капотом, так это вот это. Когда вы храните строку в памяти... Когда вы вводите строку, как пользователь, если вы вводите три символа, то в общей сложности будет использовано 3 плюс 1, что равно 4 байтам. Если вы наберете 9, то в общей сложности будет использовано 5 плюс 1, что равняется 6 байтам. Почему? Потому что C автоматически добавляет этот специальный 0 в конец строки. Я нарисовал его с обратной косой чертой 0 потому что именно так вы представляете ноль как символ, как символ. Но это буквально просто ноль, как мы скоро увидим. Так что каждый раз, когда в памяти появляется строка, она всегда занимает на один байт больше, чем вы сами, как программист или человек ввели. На самом деле, если мы снова преобразуем это просто для обсуждения в эти целые числа, то то, что буквально хранится в памяти компьютера, будет 72, 73, 33, а теперь 0. А компьютер, благодаря языку C и тому, как он был изобретен, просто достаточно умен, чтобы знать, что когда вы печатаете строку, он выводит каждый символ до тех пор, пока не увидит 0, а затем просто перестает печатать. В частности, принт знает, как это работает. И именно поэтому принт знает, когда нужно прекратить печать. Десятичные числа не так уж поучительны. Обычно мы будем писать символы вот так. И опять же обратная косая черта 0, это просто специальная символика. Это то, что программист вводит, чтобы дать понять, что вы не говорите «привет». 0. Вы говорите «привет». И тогда это специальный 0. В частности, это 8 бит 0, которые указывают на то, что это конец строки. Технически, это обратная косая черта равна нулю, если хотите быть фантазером, она называется нулем NULL. И, оказывается, вы видели это раньше, хотя мы и не называли это вслух. Вот та же самая таблица эски за последние пару недель. Если я выделю это, то чему соответствует десятичное число 0? null, которая просто используется программистами для обозначения специального нулевого символа. Все 0 бит означают, что строка заканчивается здесь. Все это происходит автоматически для вас. Вам не нужно создавать эти нулевые символы или эти нули. Тогда у вас есть какие-нибудь вопросы по этой реализации на данный момент? Здесь есть какие-нибудь вопросы? Нет. Хорошо, позвольте мне сделать это. Позвольте мне вернуться к Versus коду через секунду. И давайте фактически подтвердим это некоторым кодом. Позвольте мне продолжить и создать небольшую программу под названием Hi. C. А как насчет того, чтобы сделать это? Позвольте мне включить Stio. H. Позвольте мне включить. Позвольте мне вести int main void, как всегда. А теперь позвольте мне сделать что-нибудь простое и немного плохое, но символ C1 равен кавычке без кавычек H в одинарных кавычках. Символ C2 равен кавычки без кавычек I в одинарных кавычках. И, наконец, символ C3 равен восклицательному знаку в одинарных кавычках. А теперь позвольте мне просто распечатать это. Я не могу использовать S, потому что это не строка. Это буквально три символа, потому что это дизайнерское решение, которое я принял. Но я мог бы сделать это CC. Итак, позвольте мне поставить обратную косую черту N в конце для частоты, а теперь сделайте C1, C2, C3. Так что это похоже на версию печати строки на основе символов. Так что позвольте мне поздороваться. А затем позвольте мне сделать. Привет, и похоже, что я использовал принт в SES. Но я делал это очень вручную, распечатывая каждый отдельный символ. Однако сейчас здорово то, что как только вы знаете, что символы – это просто цифры, а строки – это просто символы, вы можете как бы покопаться в них. Позвольте мне вместо этого заменить все три заполнителя на процент i. И это тоже совершенно нормально. Позвольте мне повторить это, передайте привет. На самом деле, позвольте мне внести одно изменение, просто чтобы мы могли это увидеть. Позвольте мне добавить пробелы, просто ради эстетики, позвольте мне сделать привет. Привет, видите, и вуаля, как сейчас. Вы действительно можете видеть цифры, которые, как я утверждал на нулевой неделе, на самом деле происходили под капотом. Ну, это не то, как вы сделали бы струны. Было бы невероятно утомительно иметь три переменные для трех буквенных слов, пять переменных для пяти буквенных слов. Мы используем, конечно, строки с прошлой недели, так что что давайте сделаем это вместо этого. Строка S равна кавычки без кавычек, двойные кавычки привет. Для этого нет, из-за этих тренировочных колес мне нужно включить библиотеку CS50. Но мы вернемся к этому в ближайшие недели. А пока я собираюсь пойти дальше и создать строку S, которая называется quote unquote привет. А теперь я изменю ее на мой знакомый S, а теперь просто распечатаю саму строку S. Это, конечно, то же самое, что и на прошлой неделе. Привет дает мне точно то же самое, но сейчас мы имеем дело, конечно, со строками. Но как мы можем заглянуть немного дальше этого? А как насчет этого? Давайте еще немного поковыряемся в сегодняшних примитивах. Несмотря на то, что из этой строка... Технически я мог бы распечатать ее первый символ с помощью C, выполнив S. Я мог бы технически распечатать ее второй символ с помощью C, выполнив S. Я мог бы распечатать ее третий символ с помощью C и распечатать S. Так что, опять же, это просто логически вытекает из моего понимания того, что строки это массивы, как вы заметили. Позвольте мне сделать мейк. Позвольте мне сделать make Привет. Привет. И никаких визуальных изменений, но я просто сейчас немного повозился. И на самом деле, если вам действительно интересно, позвольте мне сделать это. Позвольте мне изменить это обратно на я, обратно на я, ой, обратно на я. И позвольте мне добавить четвертый байт, потому что если мне действительно интересно, давайте посмотрим, что в. S. Это четвертый байт. И хотя сама строка hi, я думаю, мы можем подтвердить всю эту нулевую вещь. Сделайте привет. Привет, видите, и вот оно. Вы могли бы сделать это на прошлой неделе, если бы действительно хотели поиграть на струнах. Но сейчас это просто показывает, что происходит под капотом. Тогда вопросы о том, что это за струны. Да. Зачем нам скоба? Почему вам не нужны скобки? Хороший вопрос. Почему мне не нужны скобки в строке 6? Ведь S это строка. Через пару недель мы увидим, что S по сути реализован под капотом действительно в виде массива, но это происходит автоматически для вас. Вы можете рассматривать S просто как имя переменной без квадратных скобок. Вы будете использовать квадратные скобки, когда у вас есть массивы целых чисел или вы вручную создаете массивы символов, двойных чисел, чисел с плавающей точкой или чего-то еще. Но строки – это нечто особенное. Почему? Я имею в виду, что каждая программа, которую вы пишете, похоже, использует строки, текст в той или иной форме. Мы люди, нам нравится текст, а не только цифры и тому подобное. Так что это просто немного по-особому трактуется на языке C и многих других языках. Есть есть еще вопросы по этому поводу здесь? Нет, давайте добавим еще одну строку в микс. Так что вместо того, чтобы просто говорить привет, почему бы нам не рассмотреть версию программы, которая говорит одновременно привет и пока. И теперь я утверждаю, что это обратная косая черта 0, этот нулевой символ будет еще более важным, если у нас есть две строки в памяти. Так что C знает, как отличить одну от другой. Так что позвольте мне пойти дальше и просто избавиться на данный момент от этих двух строк. Позвольте мне воссоздать строку S равные кавычки без кавычек, двойные кавычки привет. Позвольте мне поставить себе еще одну. И поскольку я просто играю, я выберу очень короткие имена переменных. Строка T равна кавычки без кавычек пока. А затем позвольте мне просто распечатать их оба. Позвольте мне продолжить и распечатать S, обратную косую черту N, запятую S, а затем напечатайте с обратную косую черту n, а затем t. Очень простая демонстрация только этих двух переменных. Сделайте привет. Привет, и, конечно же, он печатает две строки, одну за другой что на самом деле происходит под капотом. Что же, давайте вернемся в память компьютера. Привет. Я думаю, будет я утверждаю почти то же самое. Так что S, я утверждаю, находится в левом верхнем углу, за которым следует обратная косая черта 0. И это сейчас важно, потому что пока, вероятно, закончится там. И визуально это обтекается просто по характеру того, как я нарисовал эту сетку байтов, но она непрерывно. б у кей обратная косая черта 0, Теперь это полезно для принтов, потому что теперь принт знает, где начинается и заканчивается один из них, с помощью этого специального нулевого символа. Но мы и сейчас можем покопаться. Что еще я могу здесь сделать? Как насчет этого? Как насчет того, чтобы я зашел в свой код здесь, вернувшись к versus коду, и позвольте мне продолжить и сказать что-то вроде. Ну, если у меня есть две такие строки, вы знаете, давайте поместим их в массив. Давайте сделаем что-то вроде массивов в массивах, здесь что-то вроде начального стиля. Так много слов так что дайте мне массив из двух строк. Это то, что я говорю здесь в коде, хотя мы еще не делали этого со строками. Мы сделали это только с целыми числами. А теперь позвольте мне сделать это. Первое слово A, K, A. Слова будут равны, как и раньше, привет. А теперь слова будут равны, цитирую без кавычек пока. И теперь я сделал то же самое, но опять же я просто избегаю использования stick, ur и всех этих различных переменных в моем коде. Я просто сейчас рассматриваю их как один массив строк. Как мне изменить свой код здесь внизу? Ну, если я хочу напечатать первое слово, я делаю это словами. А если я хочу напечатать второе слово, я делаю это словами. В данный момент это бесполезное упражнение, потому что я просто усложняю свой код. Но опять же, это позволяет нам покопаться и посмотреть, что происходит, потому что есть этот привет. И пока. Но посмотрите на это. Если я действительно хочу быть крутым, я могу это сделать. Давайте распечатаем C. А теперь вот тут начинается самое интересное. Слова – это набор строк. Еще раз, если позволите, что такое строка? Массив символов. Так что просто используйте ту же логику. Если слова – это массив строк, вы получите первую строку со словами. Как вы получите первый символ в первой строке? Скобка 0, слова и, наконец, слова. А теперь здесь внизу слова, но первый символ там. Слово. Второй символ здесь. Слова. Третий символ здесь. Упс. Третий символ здесь. И слова. Четвертый символ здесь. Люди программируют не так. Это только для демонстрации. Боже мой, это уже так утомительно и многословно. Но если я сделаю привет сейчас. Привет сейчас. Я вручную изобрету из заново если я забыла его существование, используя только процентов си. Но вы действительно можете манипулировать массивами таким образом. Но поскольку строки представляют собой массивы символов, вы можете манипулировать строками и таким образом. У вас есть какие-нибудь вопросы по этому синтаксису? Здесь есть какие-нибудь вопросы? Нет, нет. Хорошо, давайте продолжим и предложим решить пару других проблем, которых у нас может не быть как раньше. Но сначала краткий обзор того, что происходит здесь под капотом. Если здесь опять же мы остановились на экране привет. И пока. Спиной к спине. Вот действительно как я только что относился к этим вещам. Скобка S0. 1, 2, 3, а затем T0, 1, 2, 3, 4. Но на самом деле, как только я помещаю их в массив, картина становится такой. Слова – это весь привет. Слова – это все пока. Но если я действительно углублюсь в сорняки и начну индексировать отдельные символы в этих строках, все, что я использую, это новый синтаксис для представления этих же значений здесь. Тогда вопросы по этим представлениям, прежде чем мы двинемся вперед. Нет. Да. Разве символ новой строки не таков? Персонаж новой строки. Повторит это еще раз. Символ новой строки занимает какое-нибудь место? Ах, действительно хороший вопрос. Символ новой строки занимает какое-нибудь место? Это так, насколько это касается принтов. Но я не сохраняю обратную косую черту N в своих строках, вместо этого принт передается вручную. Хорошо, так что давайте продолжим и рассмотрим, как мы могли бы решить некоторые проблемы, возникшие сейчас с этими строками, как показано ниже. Предположим я. Давайте сделаем это. Позвольте мне вернуться к Versus коду здесь. И позвольте мне продолжить и открыть новый файл, который называется как насчет land. C. И давайте на мгновение рассмотрим, как я мог бы на самом деле выяснить, какова длина строки, которая отличается от длины массива. Я утверждал ранее, что вы не можете динамически определить, какова длина массива. Но я могу определить длину строки, в частности, из-за этой детали реализации этого нулевого символа. Так что позвольте мне продолжить и сделать это. Позвольте мне включить CS50H в эту вторую программу здесь. Позвольте мне включить Studio. H как и раньше. И позвольте мне сделать это int main void. И первое, что я сделаю, это просто получу строку от пользователя. Я спрошу у пользователя, как всегда, его имя. Поэтому я вызову getString и скажу как вас зовут, знак вопроса, как всегда. А затем здесь внизу, если я захочу вычислить длину этой строки и вывести ее на экран, что же, я могу сделать это примерно так же, как в среднем, где я что-то накапливаю. Позвольте мне продолжить и инициализировать n равным 0. Позвольте мне дать себе слово, это не цикл for, потому что у меня нет. Я не знаю заранее, сколько он длится. Но что, если я сделаю это? Хотя значение в имени не равно 0 сумасшедший синтаксис на данный момент, но это всего лишь кульминация этих различных строительных блоков. Позвольте мне просто закончить мысль здесь n++. А затем здесь давайте просто распечатаем с помощью printf и значение n. Итак, я утверждаю, что это покажет мне длину любой строки, которую я веду. Будь то привет, пока, Дэвид или что-нибудь еще я инициализирую переменную нулем, и это хорошо, потому что именно с этого вы начинаете считать в целом. Пока имя не равно нулю обратной косой черты. О чем это говорит? Хорошо, если имя это строка, введенная пользователем, а имя это просто массив, как вы заметили, имя будет первым символом. И я задаю вопрос, разве первый символ не равен нулю обратной косой черты? И если я наберу Дэвид Ди, это не так, Поэтому я продолжаю и добавляю один Кэн. Затем я собираюсь проверить имя. Ну, если я наберу Дэвид, имя будет A. А. не равно нулю обратной косой черты, и так будет продолжаться снова, и снова, и снова. Но всего через 5 шагов он дойдет до байта после D и V и Поймите, подождите минутку. Это обратная касая черта. Цикл заканчивается, и я распечатываю общую длину. Массивы, как правило, не имеют этого нулевого символа. Однако строки имеют его. Опять же, строки являются особыми по сравнению со всеми другими типами данных, о которых мы уже говорили. Но как я мог, например, сделать это по-другому? Что же, давайте на самом деле рассмотрим это как функцию, как я обычно делал. Но вместо того, чтобы реализовывать это самостоятельно, знаете что? Оказывается, что хорошо в том, что струны так распространены, так это то, что есть много других людей, которые уже решали эти проблемы раньше. И на самом деле в C есть целая библиотека строк, которая используется в виде заголовочного файла, называемого string. H. А что такое string? H так это библиотека функций, связанных со строками. На самом деле вы можете увидеть на страницах руководства CS50 для C-строку. Функции H, по крайней мере, те, которые мы рекомендуем как наиболее полезные, и в частности, если вы покопаетесь там, вы увидите, что там есть функция, называемая strlen. Это означает длину струны. Она была названа очень лаконично, просто потому, что ее немного легче печатать, чем длину строки. Но Strlen сообщает вам длину строки. Так как же я могу использовать это в своем коде здесь? Что же, оказывается, я могу это немного упростить. Позвольте мне избавиться от моего цикла, избавиться от моего учета вручную и сделать что-то вроде этого. int n равно Strlen имени человека имени. А теперь я просто использую print, как и раньше, с i обратной косой чертой n и выведу значение n. Но в данный момент есть ошибка. Что я забыл сделать? Да, я должен включить заголовочный файл в верхней части экрана, так что позвольте мне в верхней части кода. Позвольте мне также включить строку H вверху моего файла, чтобы C знал, что на самом деле Strelen существует. Позвольте мне продолжить и сделать длину, как и раньше. Длина. Или на самом деле действительно в первый раз, как вас зовут? DEVID. И надеюсь, я увижу на самом деле 5. Напротив, если я запущу его еще раз и наберу привет, то теперь я увижу три. Так что Strlen это всего лишь одна из функций в этой библиотеке. И их еще так много. На самом деле еще одна библиотека, которая может быть полезна в будущем, это к типы, которые относятся к типам данных языка C. И множество функций в ней, которые могут быть полезны. Например, если вы просмотрите его документацию на страницах руководства в интернете, вы увидите, что существуют функции, с помощью которых мы можем решать подобные проблемы. Позвольте мне продолжить и предложить здесь. Дайте мне посмотреть. Давайте приведем пример с участием. Как насчет того, чтобы проверить, является ли что-то прописным или строчным, и преобразовать его только в верхний регистр? Позвольте мне вернуться к версус коду и закодировать программу под названием Apocase. C. В этом файле я собираюсь начать включение, как всегда, cs50. H. Я собираюсь включить с Dio. H. И я собираюсь добавить к этому миксу еще один струнный. И сейчас тоже, так что я могу получить доступ к длине вещей по мере необходимости. Далее следует int main void. А затем в рамках моей основной функции я собираюсь объявить строку с именем s. Я собираюсь позвонить в getString, как и раньше. И я собираюсь пойти дальше и просто попросить пользователя ввести строку, вызванную ранее. Я хочу сделать это да и после. Все, что пользователь вводит, происходит да. Но я хочу, чтобы после этого все было в верхнем регистре. Позвольте мне сейчас в этом цикле сделать это. Позвольте мне напечатать цитаты без кавычек после, просто чтобы мы могли видеть это на экране. И позвольте мне сделать 4 int i получает 0, а и меньше, чем strlen из s, i++. А что я собираюсь делать? Я собираюсь перебрать каждый символ в строке слева направо, начиная с нуля и заканчивая длиной S, но не до конца. А как мне проверить, написано ли что-то в нижнем регистре, чтобы я мог фактически перевести его в верхний регистр? Ну, оказывается, я мог бы сделать это буквально. Если символ S вместо положения i больше или равен заглавной букве A, амперсант, амперсант, что означает и вместо или что мы видели в прошлом, s меньше или равно маленькому z. Это логически означает на английском языке, что это действительно строчная буква. Как мне теперь преобразовать этот символ в верхний регистр? Ну, я мог бы просто буквально распечатать тот же самый символ. Но это не было бы ответом здесь, потому что это не меняет значения. Но что я мог бы сделать вместо этого? Хорошо, позвольте мне действительно очень быстро вывести сюда диаграмму S, как и раньше, и давайте посмотрим, сможем ли мы получить какое-то представление. Если я выведу ту же самую диаграмму S и предположу, что человек набрал строчную букву А. Это будет 97. Какая буква я хочу преобразовать ее в заглавную букву А, так в какое число я хочу преобразовать 97 за неделю 0? Итак, 65, мы постоянно возвращаемся к этому. А что если пользователь ведет букву B в нижнем регистре? Я хочу изменить значение 98 на 66 и так далее. И любые быстрые подсчеты, как далеко они друг от друга. Так что это всегда 32, как будто заглавные буквы в нижнем регистре, это всегда удивительно хороший дизайн, расстояние 32, но от другого. Так что же это значит? Ну, я думаю, мы видели ранее, что под капотом символ, это просто число. Вы, конечно, можете произвести над ним арифметические действия. И здесь, опять же, если вы понимаете эти примитивные вы более низкого уровня что если я сделаю это что бы не значило s если я знаю в строке 13 что оно в нижнем регистре хочу ли я добавить или вычесть 32 вычтите я хочу вычесть Потому что я хочу перейти примерно от 97 к 65 или от 98 к 66, так что действительно, если вы быстро посчитаете, то получите 32. Таким образом, достаточно просто рассматривать символы как числа, вычесть 32 и напечатать их с помощью C. Я думаю, это просто преобразует нижний регистр в верхний. Если вы сейчас перенесетесь в реальный мир, в Microsoft Word или Google Docs, если вы когда-либо выбирали пункт меню, который иногда заставляет вещи писать в верхнем или нижнем регистре, буквально это то, что сделали Microsoft и Google. Они перебирают каждый символ в документе, проверяют, написан ли он в нижнем регистре, и если да, то вычитают из него 32 и показывают вам новое значение. А что, если это не строчная буква? Я думаю, что могу сделать это легко и просто распечатать текущую букву без изменений, если моя цель состоит в том, чтобы просто заставить все буквы заглавными, и эта буква будет S. Так что позвольте мне пойти дальше и написать заглавными буквами, надеюсь, без ошибок. Заглавными буквами. А теперь я веду Дэвид за главной буквой D, но все остальное в нижнем регистре. Но теперь после версии Дэвид эстетическая ошибка. Обратите внимание, я забыл включить просто для красоты обратную косую черту N в конце. Без проблем я добавлю это. Позвольте мне исправить мою ошибку. Сделайте прописными. Прописными введите. DAV ID введите и вуаля. И я намеренно добавил еще один пробел после, просто чтобы они красиво выстроились в линию хотя да и после имеют разное количество букв. Тогда вопросы по этой реализации принудительного ввода чего-либо в верхний регистр, что само по себе не так уж поучительно. Но теперь показывает, как вы можете использовать эти низкоуровневые примитивы. Вопрос? Нет, Хорошо, это, честно говоря, утомительно. Боже мой, как это делают Microsoft, Google, все остальные? Вам нужно буквально написать этот код, чтобы сделать что-то простое. Но ну нет, опять же, именно поэтому у нас есть такие вещи, как библиотеки. И сейчас все чаще для решения задач, проектов и не только. Вы просто чаще используете готовые библиотеки, чтобы решать проблемы, с которыми несомненно сталкивались другие люди до вас. Так как же я могу теперь использовать эту библиотеку к типу h? Хорошо, позвольте мне вернуться к моему коду. Позвольте мне включить это в мои заголовочные файлы здесь, просто чтобы я мог легко просмотреть информацию, я обычно располагаю свои заголовки в алфавитном порядке. Но это не является строго необходимым, но позволяет мне с первого взгляда понять, включил я что-то нужное или нет. А теперь позвольте мне сделать это. Оказывается, если вы прочтете документацию к библиотеке типа C, там есть функция чудесно называемая ifslava, которая принимает символ в качестве аргумента по сути S. И если это вернет true, Логическое значение, если хотите, я заставлю его писать в нижнем регистре. Но мне больше не нужно заниматься этой математикой. Оказывается, в библиотеке типа C также есть функция, называемая апор которая принимает символ в качестве входных данных, например, S, и просто выполняет математику за вас. Чтобы вы могли абстрагироваться от проблемы 32 и просто знать, что кто-то другой решил эту проблему за вас. В противном случае я могу оставить свой код без изменений ниже, потому что я больше ничего не меняю. Так что если я сейчас напишу прописные буквы, а затем прописные D и только с заглавной буквы D, и теперь это все еще работает. Но если вы прочтете документацию дальше, то окажется, что использовать Upper это умно. Если вы передадите символ в верхний регистр, это строчные Буквы он очевидно преобразует его в верхний регистр, выполнив эту математику. Но если вы передадите символ в верхний регистр, который уже написан в верхнем регистре, документация, которую вы увидите, скажет вам, что она оставляет его неизменным. Так что я могу все это исправить. Я могу избавиться от всего остального. Я могу избавиться от всего этого, если, возможно, прямо сейчас внедрю программу, которая будет такой же правильной, но лучше продуманной. Почему? Меньше строк хода, которые легче читать, меньше вероятность ошибок, при условии, что библиотека правильная. Теперь мне просто просто легче и быстрее писать код. Так что если я сейчас это сделаю, в последний раз наберите верхний регистр, видите? Верхний регистр и введите свое имя, все еще работает. Но теперь обратите внимание, мы сократили это до гораздо меньшего количества строк кода, хотя используем теперь эту дополнительную библиотеку. Тогда вопросы о том, как мы это сделали. Ну, хотя этот код, я осмелюсь предположить, верен, он еще не обязательно хорошо разработан. На самом деле в этой текущей реализации есть одна строка кода, один вызов функции, который более неэффективен, чем должен быть. И позвольте мне обратить ваше внимание вот на это, строка 10, в которой мы вызываем strlen. Но мы вызываем его внутри этого цикла for, в частности, внутри условия. И почему это не обязательно может быть лучшей идеей? хорошо, а длина струны когда-нибудь меняется? Я имею в виду, конечно, не в пределах этой петли. И вот мы здесь в нашем цикле for на строках 10, 11, 12 и 13, задавая на каждой итерации один и тот же вопрос. Какова длина S? Какова длина S? Какова длина S? И в свою очередь мы каждый раз звоним Стрлен хотя получаем один и тот же ответ. Так что я осмелюсь предположить, что лучшим решением здесь было бы возможно определить длину s ранее в моем коде и возможно объявить переменную. Или возможно сделать что-то синтаксически немного более элегантное. И на самом деле очень распространенный дизайн в подобном цикле состоял бы в том, чтобы объявить не только одну переменную, как я. Но чтобы фактически объявить вторую переменную с именем n, например, где n это просто некоторое число, установите n равным длине s но после этого в этом состоянии, вместо того, чтобы снова и снова вызывать Starland OFS, что я могу теперь сделать? Я мог бы вместо этого просто сравнить i с самим n, потому что n теперь будет вычисляться только один раз при инициализации, точно так же, как i инициализируется нулем. И после этого мы будем сравнивать i, которое меняется, с n, которого не будет. Так что по замыслу это будет немного эффективнее. Теперь, с учетом сказанного, хороший компилятор мог бы также признать, что существует такая возможность оптимизации и возможность сделать это за нас. Но сейчас лучше всего войти в привычку, Лучше всего развить мышечную память для самостоятельного принятия этих лучших проектных решений. Тогда вопросы о том, как мы это сделали. Нет? Хорошо, несколько заключительных строительных блоков на сегодня. Итак, мы начали с разговора о тех аргументах командной строки, которые использует Клен, в соответствии с которыми все, что следует за командой, которую вы вводите в командной строке. Будь то Make или Clan, или даже CD в Linux, любое последующее слово или что-то загадочное, например, у, является аргументом командной строки. Это ввод данных в команду. Это отличается от аргумента функции, потому что аргумент функции, конечно же, является вводом в функцию. Но это та же идея. Просто другой синтаксис после знака доллара в командной строке. Что же, оказывается, аргументы командной строки – это то, что теперь вы можете использовать в своих собственных программах, получая доступ к словам после командной строки. И позвольте мне предложить изобрести это следующим образом. Позвольте мне предложить нам вернуться к версус-коду здесь. И я открою здесь новый файл под названием grid. C. Таким образом в grid. C это будет программа, которая очень просто приветствует пользователя. Если бы мы написали это на прошлой неделе, мы бы сделали это. Включите CS50. H, а затем включите SDO, H, а затем int main void. И тогда мы могли бы сделать что-то простое, например, имя строки равно getString. Цитата без кавычек, как вас зовут. И тогда мы бы распечатали, как всегда, ⁇ Привет, С ⁇ а затем ввели бы это имя. Итак, это та же самая программа, которую мы внедряли много раз, просто чтобы убедиться, что она работает, хотя нет, это не совсем та же самая программа. Точка с запятой поставлена не в том месте. Сейчас это та же самая программа. Так что сделайте приветствие. Точка. Приветствие, я веду свое имя. Здравствуйте, Дэвид. Вот мы и на месте. Теперь, что возможно, немного раздражает в этой программе, если я веду что-то еще, например, Картер, видите, мне придется запустить программу. Дождаться приглашения, ввести свое имя, нажать вот. И это прекрасно, но представьте себе, если бы каждая программа работала так. Например, Make. Предположим, вы могли бы вести только Make, затем вы ждете приглашения, затем вводите название программы, которую хотите создать, затем нажимаете Enter. Или что еще хуже в Linux, когда вам нужно сменить каталоги, как это могло бы быть для первого набора задач, что если бы вам пришлось вести CD. Видите, теперь видите имя папки, в которую вы хотите изменить. Видите, я имею в виду, это просто замедляет жизнь. И поэтому это просто быстро надоедает. Таким образом, аргументы командной строки просто позволяют вам выразить всю вашу мысль сразу. Так как же я могу это сделать? Ну, если я хочу выразить по понятия аргументов командной строки в своем коде, я мог бы сделать что-то вроде этого. Я мог бы в первый раз подняться и избавиться от этой пустоты, что на сегодняшний день означает, что эта программа не принимает аргументов командной строки. И я могу изменить ее именно на это. int args, строка arg в скобках. Теперь она, по общему признанию, загадочная. И позвольте мне увеличить изображение. Но я думаю, что теперь мы, возможно, сможем сделать вывод, что происходит. Если main now не имеет void в качестве входных данных, что означает, что он не принимает никаких аргументов, конечно, спойлер здесь в том, что теперь main каким-то образом будет принимать аргументы командной строки. Есть какие-нибудь предположения относительно того, что такое аркф или будет им? Что это может представлять? Это массив строк, верно, с точки зрения синтаксиса. Да. Все символы будут напечатаны. Именно так. Это будут все символы или действительно все слова, которые вы вводите в командной строке. Arcs, как int, есть какие-нибудь предположения? Количество аргументов – это то, что оно обычно обозначает, хотя технически вы можете называть эти вещи как угодно. Но таково соглашение. Поскольку я ранее утверждал, что массивы не отслеживают свою собственную длину, если вы хотите узнать сколько слов человек набрал в командной строке после имени вашей программы, вам нужно сообщить не только массив слов, но и длину этого массива. строки вы можете определить длину с помощью стрлен, но вы не можете определить длину массива строк набора слов которые ввел человек так как же я теперь могу это использовать что же позвольте мне сделать это? Позвольте мне изменить эту программу прямо сейчас чтобы она была принт цитирую без кавычек Привет, 2N, затем аркв. Так что это пока не лучшая версия моего кода, но это моя первая. Сделайте приветствие, а теперь позвольте мне сделать приветствие, Дэвид, все сразу. Войдите, здравствуйте, Дэвид. Теперь позвольте мне запустить его еще раз. Приветствую картер. Войдите, здравствуйте, картер. Это незначительное улучшение, но мне не нужно ждать, пока getString предложит мне нажать Enter. Это просто ускоряет работу в два раза быстрее. На одну команду меньше. Но я сделал это намеренно, но каково начало аркф? Это было бы так. Ну и что же это такое? Это иногда полезно, хотя на данный момент это не так. Предположим, я перекомпилирую свой код и запущу эту программу прямо сейчас. Поприветствуйте Дэвида. Кто-нибудь хочет угадать, что находится в Аркф? Повторите еще раз. Поздоровайтесь, здравствуйте. Приветствую, войдите, здравствуйте. Приветствую. Так что если вы хотите как-то изменить стиль начала вашей программы, чтобы выяснить, каково ее собственное имя, или по крайней мере, как она была выполнена в командной строке в терминале, вы можете посмотреть на аркв. В общем, наверное, не так уж и полезно, наверное, лучше начать с того, какое слово было первым после названия программы. И если бы их было больше, я мог бы сделать это, как насчет аркв. Позвольте мне добавить второй S. Позвольте мне перекомпилировать его. Позвольте мне это сделать. Поприветствуйте Дэвида Малана, войдите. И это тоже теперь работает, принимая два слова по подсказке. Если я действительно хочу быть умным в этом сейчас, я мог бы сделать что-то вроде этого. Как насчет того, если количество аргументов A, K, A, равно равно, тогда предположим, что человек ввел только свое имя, и сделайте принт через запятую S, N, а затем ARKF. В противном случае, если человек не предоставил ровно два аргумента, название программы и свое собственное имя, давайте просто распечатаем значение по умолчанию. Чтобы он не забыл свое имя или не ввел два имени или три имени, давайте просто сделаем привет, мир запятых по умолчанию. И мы просто проигнорируем то, что ввел человек. Если я перекомпилирую это, сделаю приветствие, я смогу это сделать. Приветствие снова Дэвид видите. Ой, извините, что я упускаю. Да, ошибка новичка. Еще раз, хорошо, поприветствуйте меня еще раз. Поприветствуйте, Дэвид, войдите, вот и мой привет, Дэвид. Но если я опущу свое имя, я просто получу общее как значение по умолчанию. А если мне станет немного любопытно и я веду оба имени, то меня тоже проигнорируют. Почему? Потому что я просто не встроил поддержку Аркс из трех. Я мог бы делать все, что захочу, но теперь у нас есть доступ к такого рода строительным блокам. Хорошо, что еще я могу здесь сделать? Оказывается, нам нужно выполнить некоторые заключительные функции. Обратите внимание, однако, что в языке C, несмотря на то, что вы можете увидеть в книгах или онлайн-учебниках, в настоящее время два официальных формата определения основной функции – это либо этот, который мы используем уже две с лишним недели, либо этот. В соответствии с этим вы меняете void на intarx, а затем на данный момент строку arcv, а затем пустые скобки. И мы увидим, что это тоже упрощение, несколько тренировочных колес, если хотите. Но пока это две формы. Хотя вы увидите в онлайн-учебниках и даже книгах, что некоторые люди используют main по-разному. Сейчас нужно иметь в виду именно эти две формы. И я отмечу, что эти аргументы командной строки встречаются довольно часто. Вероятно, не ожидал увидеть это слово здесь на экране. А что оно значит? Что же оказывается, что на протяжении десятилетий? На самом деле существует программа, которая поставляется в частности с системами Linux и называется Каусой. Почему? Вероятно, потому что однажды у кого-то было слишком много свободного времени, и он решил написать программу, которая создает изображение в формате эски из коровы, говорящий что-то текстово на экране. Но вы используете каусы просто для развлечения, в качестве аргументов командной строки. Так, например, позвольте мне предложить вернуться к Versus Code здесь не потому, что я хочу писать какой-либо код, а просто хочу использовать окно своего терминала. И позвольте мне развернуть окно моего терминала здесь. И позвольте мне пойти дальше и вести что-нибудь вроде, как насчет каусы и SpaceMu. Так что каусы это не та программа, которую я написал. Она существует уже несколько десятилетий. Но мы установили ее в Versus Code для вас в облаке. Для этого требуется по крайней мере один аргумент командной строки. Что вы хотите, чтобы коробка Сказала. Я могу сказать: корова мычит» и нажать Enter. И вуаля на экране появится мое изображение коровы в формате эски говорящей мычания. Она может произносить несколько слов. Так что я могу сказать: Привет, мир. Войдите. А теперь она говорит. «Привет, мир». Так что это всего лишь пример глупой программы, которая использует аргументы командной строки, но она использует и другие. Точно так же, как и Клен, используйте это соглашение о дефисах для изменения выходных данных программы. Тире – это просто супер распространенное соглашение с аргументами командной строки, когда вам нужна очень краткая нотация для какой-то опции, такой как вывод. В Каусе я прочитал документацию, и оказалось, что в командной строке есть аргумент «дешеф», который позволяет вам изменить внешний вид коровы, если хотите. Так что если я произнесу коровье-ф утка, а затем какое-нибудь другое слово, например, кряк, это уже не корова. Этот аргумент командной строки превращает ее вместо этого в крошечную, очаровательную утку. И, наконец, просто ради забавы, потому что я потратил слишком много времени, играя с аргументами командной строки. Chaos и F-Dragon, а затем, как насчет того, Roar Enter, вы даже можете вывести это на экран здесь. Так что это тоже всего лишь пример того, что вы можете сделать с этими аргументами командной строки теперь, когда у нас есть этот строительный блок. И есть еще одна последняя вещь, которую мы теперь можем сделать с кодом. Сегодня есть еще одна последняя функция, которую мы представим, прежде чем соединить все эти точки с удобочитаемостью и шифрованием. Поговорив, наконец, о чем-то, называемом статусом выхода. Оказывается, что всякий раз, когда ваша основная функция завершает работу, она возвращает секретное целое число, которое вы можете выяснить как программист или продвинутый пользователь, что это было. И эти коды выхода, статусы выхода, обычно используются для указания на ошибки. Так, например, за последние пару лет, если вы использовали масштабирование и у вас когда-нибудь возникала какая-то ошибка, вы могли видеть такой экран. Обычно это не очень полезно, возможно вам советуют нажать сообщить о проблеме или обратиться в службу поддержки. Но очень часто в нашем человеческом мире на компьютерах Mac, ПК и телефонах вы видите загадочные коды ошибок, буквально похожие на цифры, которые, вероятно, знает только Zoom. Или Microsoft, или Google, или любая другая компания, написавшая программное обеспечение, которое вы используете. Но это число соответствует конкретной ошибке, которая, как знает какой-то человек где-то, вполне может произойти. Они используются аналогично, хотя и под другим названием, о котором мы поговорим позже в этом семестре, в том числе и в интернете. Вы когда-нибудь видели это, может быть, не символ, а число? И так, что означает 404. Ошибка? Так, что ошибка, да, но на самом деле не найдена. Так почему же? Я имею в виду, это самая загадочная вещь. И через несколько недель мы поговорим о том, что означают эти и другие цифры, но цифры окружают нас повсюду в технологиях. И они очень часто что-то значат для технических специалистов написавших программное обеспечение. И в меньшей степени для таких людей, как вы и я. Почему так много из нас узнают 404, это немного странно, ведь это существует достаточно давно, чтобы мы все это знали. Но на самом деле это просто специальное число, которое представляет собой какую-то ошибку. Так что оказывается последнее, что мы сегодня расскажем о том, что мы считали само собой разумеющимся в течение двух недель. Это то, что такое инт в основном. Мы видели всего мгновение назад что вещь в скобках, которая до сих пор была недействительной, что означает отсутствие аргументов командной строки. Теперь скобки int args string args просто означают «да» аргументы командной строки. И мы видели, как получить к ним доступ. Так что последний кусочек головоломки, честно говоря, из всего загадочного синтаксиса последних двух недель, это именно то, что означает int. int всегда присутствует для main, и это указывает на то, что main всегда будет возвращать целое число, хотя мы с вами никогда не делали этого явно. Обычно main по умолчанию возвращает 0. Но было бы странно, если бы вы увидели сообщение об ошибке с надписью 0, так что 0 просто скрыто. Вы никогда не увидите его на экране. Но это происходит автоматически благодаря тому, как устроен язык C. Поэтому позвольте мне написать здесь одну заключительную программу. Я назову ее, например, status. C, чтобы показать вам эти статусы выхода. Код состояния. C, а затем здесь, Позвольте мне сделать что-нибудь простое, например, включить CS50. H, затем включить SDO. H, а затем int main. На самом деле, давайте использовать аргумент командной строки. int args, строка arcv, так что это копирование, вставка. Но теперь давайте сделаем это. Если Аркс не равен, почему бы нам не сделать что-то подобное? Давайте не будем просто по умолчанию использовать «Привет, мир», как в прошлый раз. Давайте накричим на пользователя. Так что давайте скажем что-то вроде пропущенного аргумента командной строки print, чтобы они знали, что облажались, и им нужно снова правильно запустить программу. Else, давайте продолжим и скажем. Распечатайте, как и раньше, «Привет», запятая «С», а затем подключите Аркв, чтобы имя человека было в подсказке. Теперь на этом этапе позвольте мне продолжить и запустить статус. Статус. И сначала я ничего не веду. На меня кричат. На этот раз я веду это снова. Статус Дэвид. И это работает правильно. Но теперь позвольте мне показать вам несколько секретную загадочную команду. Вы можете вести это в командной строке, и это просто совпадение, что там есть еще один знак доллара. Эко у знак доллара. Совершенно непонятно, но это позволяет вам увидеть, в каком статусе завершения завершилась ваша программа. Так что позвольте мне повторить это неправильно. Статус «Я получаю сообщение об ошибке». Что было тайно возвращено? Я этого не вижу. Очевидно, что экрана ошибки нет, но набрав эко знак доллара, я вижу, что моя программа автоматически по умолчанию возвращает 0. Однако, если я снова правильно его запущу, статус Дэвид видите, это правильная версия. Но если я запущу эко знак доллара, статус снова, он все равно будет введен с нуля. Короче говоря, это просто упущенная возможность. Когда что-то идет не так, почему бы мне не вернуть значение отличное от нуля? 0? 0 по умолчанию означает успех. И оно всегда появляется автоматически. Но вы можете это контролировать. Я могу зайти в свой код здесь и вернуть один, иначе, если что-то работает нормально, я могу вернуть 0 по умолчанию. И, честно говоря, если я опущу возвращаемый 0, опять же, автоматически возвращается 0. Так что позвольте мне продолжить и быть откровенным, просто чтобы я знал, что происходит. Сделайте статус еще раз. Статус, и давайте сделаем это правильно с Дэвидом. Ведите «Здравствуйте, Дэвид». Эко у знак доллара — 0 значит все хорошо. Но теперь, если я это сделаю, статус и ничего или несколько вещей, но не только Дэвид, видите, я получу сообщение об ошибке. Но теперь, если я сделаю эко знак доллара, вуаля, теперь это то, что нужно. Так что же это значит? Это значит, что в графическом мире мы просто показываем что-то подобное на экране, что немного более информативно для пользователя. Но даже в мире Linux, где у вас нет графического интерфейса, обязательно даже для программ, которые мы написали, вы можете проверить эти статусы выхода. И на самом деле более удобные и более продвинутые программисты, когда они пишут код, который вызывает программы, будь то каусы или что-то еще. Вы можете закодировать Проверить, каков статус выхода программы, а затем решить, сработала моя программа или нет. А теперь давайте соединим последние точки, прежде чем мы прервемся на фруктовые закуски. Криптография а именно одно из приложений на этой неделе, с помощью которого вы сможете отправлять, если хотите, секретные сообщения. А еще лучше расшифровывать секретные сообщения: это будет в дополнение, к возможному анализу читабельности текста с использованием эвристики, как мы определили в начале второго урока. Итак, криптография это просто искусство, наука, о шифровании информации. Скремблирование информации таким образом, чтобы если у вас есть секретное сообщение для отправки в так называемом открытом тексте, вы могли пропустить его через некоторый алгоритм и превратить в так называемый зашифрованный текст, тем самым зашифровав его. И только тот, кто знает, какой алгоритм вы использовали и какие входные данные вы использовали для этого алгоритма, теоретически может расшифровать этот процесс и преобразовать его обратно в исходное сообщение. Так что если мы используем нашу ментальную модель с прошлой недели, вот в чем проблема. Вот вход и выход. Цель, которую я здесь ставлю, состоит в том, чтобы взять какой-нибудь простой текст, например, сообщение, которое Которое вы хотите отправить, вспомните начальную школу. Если вы когда-нибудь передавали записку другу или своей возлюбленной со словами Я люблю тебя, немного неловко, если учитель или кто-то другой перехватит бумагу. А по-английски там просто написано Я люблю вас или Что бы это ни было. Было бы неплохо, если бы вы хотя бы как-то зашифровали это. Но другой человек должен знать, какой алгоритм вы использовали и какие входные данные вы используете для этого алгоритма, чтобы в конечном счете они могли расшифровать так называемый зашифрованный текст, который является результатом. Так что же сегодня находится внутри коробки? Ну, алгоритм, поскольку он относится к криптографии, называется шифром. А шифр ⁇ это причудливое название алгоритма, который шифрует текст из открытого текста в зашифрованный. Загвоздка в том, что должен быть не просто алгоритм, должны быть входные данные для него. И поэтому, например, сегодня вы можете впервые нарисовать такую картинку. И мы видели это в коде. Вы можете предоставить функциям несколько входных данных или аргументов. Итак, в этом черном ящике вы можете представить, как передаете сообщение, которое хотите отправить, а затем какой-нибудь секрет. Предположим, например, что самое простое, о чем я мог подумать в детстве, это вместо того, чтобы посылать букву А, почему бы мне не написать букву Б? Вместо буквы В, почему бы мне не написать букву С? Чтобы я мог как бы сдвинуть английский алфавит на один пробел. Таким образом, A становится B, B становится C, точка, 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 Z становится A. Вы можете обернуть вокруг в конце. И давайте предположим, что в этой части истории нет знаков препинания. Так что это очень простой алгоритм. Добавьте значение к каждой букве и отправьте это значение в виде зашифрованного текста. А теперь учитель, одноклассник они должны знать, что вы используете не только этот алгоритм вращения, также известный как шифр Цезаря, им также нужно знать, какое число вы используете. Вы добавляли 1 к каждой букве, 2 к каждой букве, 25 к каждой букве. Теперь, если они супер умные, вероятно, не того молодого возраста, как в этой истории, они также могли бы просто попробовать все возможности. И это было бы атакой на алгоритм. Это не сложный алгоритм, но этого достаточно, чтобы отправить сообщение в классе. Так что если сейчас два входа, привет в качестве простого текстового сообщения и один в качестве так называемого ключа, секретного номера, который знаете только вы и другой человек. Вы могли бы зашифровать сообщение одним способом. Так и в этом случае, например, «Здравствуйте», превратилось бы в IJ. В этой версии алгоритма мы не собираемся утруждать себя цифрами или пунктуацией. Мы будем работать только с буквами от А до Я, будь то в верхнем или нижнем регистре. Итак, теперь, если бы вы получили в классе листок бумаги с буквой IJ, вы, получатель, знали бы, что это такое, если бы знали, что отправитель использовал один. Потому что вы просто меняете алгоритм, и вместо этого вы читаете один, учитель, они, вероятно, не знают, что это значит, и они не собираются тратить время на взлом сообщения, так что для них оно выглядит просто зашифрованным. И это то, что мы получаем от шифрования. Тот, кто перехватывает его, будь то в классе или в реальном мире, в интернете или где-либо еще, на самом деле не может понять в идеале, что именно вы отправили. Обратное, конечно, действительно называется дешифрованием, но процесс тот же самый. Сейчас мы переходим в минус один. Так как же на насчет этого. Почему бы нам не закончить демонстрации здесь? с DT 50, там есть о чем рассказать. Если мы передадим это и сделаем минус 1, как нам изначально получить открытый текст? Хорошо, если это зашифрованный текст, и мы вычитаем один из каждой буквы, я думаю U становится T, I становится H, J становится I, T становится S. X становится W, B становится A, T становится S, D становится C, T становится S. И это было действительно CS50. Съешьте утку на выходе и немного закусок в вестибюле.